Я приветствую всех. Вы не представляете, насколько я рад тому, что мы сегодня проводим такой эфир. Сейчас 12:02, но вас уже 47 человек. Приветствую всех, кто нашел время присоединиться. Приветствую всех, кто в записи посмотрит этот эфир. Такие эфиры бывают редко. Сегодня звездная команда спикеров расскажет все свои секреты по работе с сосудами. Мы долго готовились к этому эфиру, мы собирали материалы, доктора, которые сегодня будут выступать, годами нарабатывали практику. Я искренне очень рад, что у нас сегодня такое мероприятие. Сразу анонсирую, что оно будет достаточно насыщенным, будет много разной информации, будет много практической информации. Поэтому включайтесь, зовите коллег к мониторам. Если их сейчас нету, они делают какие-то процедуры, порекомендуйте этот эфир, когда он закончится, посмотреть в записи. Сразу скажу, что этот эфир можно будет увидеть в записи на Cosmetology Pro Beauty Hub и поделиться им на своих страницах. Меня зовут Писарев Алексей, я директор по развитию компании Alpha Spa Development. Я являюсь спикером от немецкой компании Asklepion Laser Technologies. И сегодня мы будем говорить про очень интересный аппарат и про решение достаточно частых, сложных вопросов с помощью лазера, а именно сосудистые новообразования разнообразные, сосудистые и пигментации. Я буду показывать презентацию, она абсолютно не касается медицинской части. Я расскажу немножко про лазерную физику, понимаю, что у нас очень много людей и все с разным опытом, с разным, с разным пониманием и с разными знаниями, поэтому я максимально упростил все, что касается физических свойств лазеров, и попытаюсь на очень простом языке объяснить, как это сказывается на процедурах. Дальше. Сосуды и пигментация. Это процедуры, это проблема, с которой сейчас сталкиваются очень много людей. От маленьких детей до взрослого поколения пациентов становится все больше и больше. Об этом говорит статистика эстетического рынка, об этом говорит официальная медицинская статистика в государственных учреждениях. Я думаю, каждый из вас, кто сталкивается с такой проблемой, чувствует, насколько увеличивается спрос. Более того, даже аналитика запросов в Google говорит о том, что все больше и больше людей ищут способы устранения нежелательных и некрасивых сосудов на лице, на ногах и на разных других частях тела. Очень сложная тема, она не имеет однозначного ответа, каким образом решить эти вопросы с помощью, и аппаратов, и каких-либо, может быть, косметологических средств. Однозначных нету вопросов. Но мы сегодня будем открывать завесу и делиться опытом о том, насколько успешно может быть практика именно с лазерами. Дальше. Перед тем, как мы порассуждаем о том, как работать с сосудами, важно понимать каждому из участников, что то, что мы видим на, например, этой фотографии, это лишь часть сосудистой системы, которая есть на нашем лице. Дальше. С помощью специальных камер мы можем обнаружить, вот у этой дамы, одна фотография была сделана до процедуры, а вторая фотография была сделана после процедуры. Мы можем обнаружить, что видимая часть на коже – это лишь небольшая часть той системы, с которой мы работаем. Дальше. Следующий слайд. Вот здесь вот очень хорошо видно, что особенно на щеках у этой девушки очень глубоко залегает кровеносная система. И лазерами, которыми мы работаем, мы можем либо добраться, либо не добраться до этих сосудов. Дальше. Следующий слайд. Так, заминочка какая-то у нас, да? Получается следующий слайд. Вы проскочили один. Я хочу начать с фактов. Это очень важно понимать. Когда мы говорим о сосудистых новообразованиях, очень часто некоторые компании, некоторые врачи опираются на, на понятие «возврат сосудов» и то, через сколько эти сосуды появятся на лице снова. Есть определенный факт, который гласит, что скорость возврата сосудов не зависит от метода
воздействие на этот сосуд. То есть поработаете вы одним лазером или вторым, это не будет иметь значения и не будет влиять на скорость возврата этого сосуда. Более того, ни один врач не сможет спрогнозировать, как эти сосуды вернутся, вернутся ли вообще или в какой срок они это сделают. Дальше. Для того, чтобы разобраться нам с всем перечнем лазерных аппаратов, и еще и IPL-система есть к лазерным аппаратам, которые работают сосудами, обратите внимание на этот слайд. У нас есть лазеры, которые очень легко идентифицировать, они называются по цветам. И начинаются с 532 длины волны. Это зеленый лазер, это желтый лазер, герой сегодняшнего вебинара. Это целая семья оранжевых лазеров от 585 до 590, до 595 волны. Это так называемый инфракрасный лазер, 940 длина волны. Это очень известный лазер, который наверняка у многих из вас используется, это неодимовый лазер. И еще более известная IPL-система. Это не лазер, это световая система, которая позволяет делать целый спектр волн от 400 до 1200. Следующий слайд. Давайте разберемся, в чем разница. Наверняка, если вы присутствовали на вебинарах или семинарах по лазерной физике, или, в принципе, слышали про то, как аппараты лазерные работают, вы видели слайд, где были изображены мишени для лазеров. Основной мишенью для аппарата, который работает с сосудами, является оксигемоглобин. Это красная линия. Чем выше линия на рисунке, тем лучше лазер воздействует. Лучше лазер воздействует означает, что ему нужно меньше энергии, чтобы скоагулировать сосуд. Следующий слайд. На сегодняшний момент имеются так называемые два семейства лазеров. Одни находятся на пике поглощения оксигемоглобином лазерного луча. Это зеленый, желтый и оранжевый. И второе семейство находится гораздо ниже. Это инфракрасные и неодимовые лазеры. То, что нужно понять, вам, как врачам, то, что инфракрасные и неодимовые лазеры требуют гораздо больше энергии, чтобы сделать ту работу, которую делают лазеры из семейства зелено-оранжевых, зелено-желтых и оранжевых. Это означает, что когда мы будем работать с лазером неодимовым, нам нужно будет послать гораздо больше тепла в ткани по сравнению с другими лазерами. Это означает, в свою очередь, что повреждения, которые мы можем вызвать, будут большими, и риск побочных эффектов также будет большим. Следующий слайд. Важно запомнить, что чем волна длиннее, которая измеряется в нанометрах, тем лазер работает глубже. На этой картинке вы можете увидеть зеленый лазер, который находится слева. Это 532 длина волны. Это KTP, так называемый лазер. Он работает достаточно поверхностно. Максимально справа находится лазер неодимовый. Это длина волны 1064, и этот лазер работает максимально глубоко. Все лазеры, которые между ними находятся, имеют также свою глубину проникновения. И у каждого есть, скажем так, своя работа на своей глубине. Желтый лазер находится по проникновению глубже, чем KTP, чем зеленый лазер, но более поверхностно по сравнению с неодимовым лазером. Диодный или инфракрасный лазер 940 длины волны также находится немножко по коэффициенту проникновения немножко больше, чем неодимовый лазер. Дальше. Два из этих шести аппаратов справятся с крупными сосудами. Это диодный лазер и неодимовый лазер. Давайте посмотрим, в чем разница. Следующий. Коэффициент поглощения у диодного лазера с 940 длиной волны выше, чем у неодимового лазера, поэтому он будет более эффективным. При этом неодимовый лазер имеет коэффициент проникновения в ткани лучший, поэтому будет проникать глубже и воздействовать на сосуды большего диаметра. Это основное различие, которое нужно понимать. Кроме этого, есть еще часть, которая касается себестоимости работы на этих лазерах. Следующий слайд. Если напрямую сравнивать диодный лазер и неодимовый лазер, то примерно от 0 до 5% будет себестоимость у лазера неодимового,
при работе с сосудами, и не более 0,5% будет себестоимость у лазера диодного. Это означает, что работать с одной и той же проблемой на диодном лазере желтом будет, я извиняюсь, на 940-й длине волны будет гораздо дешевле. Следующий слайд. Теперь разберемся с четырьмя остальными участниками. Начнем с IPL. IPL это достаточно распространенная система, которая имеет очень много и косметологов, и врачей. Множество фирм выпускает систему IPL. Это хороший аппарат, который имеет очень большой диапазон работы. И длина волны начинается от 400 и заканчивается 1200. Это не лазер. Его, скажем так, сравнивают с лазером лишь по эффекту, но не по физическим свойствам. Зеленый лазер. 532 длина волны, желтый лазер это 577 длина волны и оранжевый лазер, здесь есть целое семейство лазеров 585, 595, 588, это так называемые оранжевые лазеры. Следующий слайд. В чем разница? Если мы напрямую сравним 532 длину волны и 577 длину волны, то коэффициент поглощения оксигемоглобином у 577 длины волны будет гораздо лучше, гораздо выше. Это означает, что при равных усилиях вам необходима будет меньшая энергия и меньшее количество процедур для того, чтобы сделать результат хороший с желтым лазером. Следующий слайд. Если мы сравним теперь все четыре лазера, это зеленый, желтый, оранжевый и IPL. Обратите внимание, что желтый лазер будет находиться на пике поглощения оксигемоглобином. Немножко ниже будет находиться зеленый лазер и также немножко ниже будет находиться оранжевый лазер. При этом IPL-система будет работать на большом спектре волн и воздействовать не только на нашу цель, на оксигемоглобин, но также и на воду, которая будет нагревать ткани, и на меланин, которая будет провоцировать, например, нежелательную эпиляцию, воздействие на волосы. Все знают, что в IPL есть фильтры. Фильтры применяются и отсекают лишь часть волн, которые используются в процедуре. Остальная часть волн поглощается тканями, поэтому IPL-система по сравнению с целевыми лазерами будет менее точна и более болезненна при более высоком риске побочных эффектов. Дальше. С точки зрения финансов, IPL-система зачастую, если мы поговорим про разные производители, зачастую будет гораздо дороже, чем, например, желтый лазер 577 длины волны. Потому что себестоимость вспышки, то, что является себестоимостью фактически процедуры, будет от 10 до 20 раз больше по сравнению с лазером 577. Дальше. Очень кратко я рассказал физическую часть, я очень сильно упростил все термины и рассказал, скажем так, выдержку из знаний по лазерной физике и знаний по ценообразованию лазерных процедур. Теперь я приглашу в эфир Игоря Александровича Погребняка, кандидата медицинских наук, заведующего хирургическим отделением в детской городской клинической больнице в городе Хмельницкий. Я хочу сказать, что Игорь Александрович — это человек, под руководством которого происходит более 200 процедур в году с самыми, скажем так, хрупкими созданиями в этом мире, с маленькими детьми. И его опыт говорит о многом. Я приглашаю вас, приветствую. Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня слышно. Я хочу представить вашему вниманию доклад по нам пришлось заняться этим, потому что все-таки большую часть данной патологии занимаются хирурги. Естественно, хирурги, как правило, желание одно резать.
то есть удалять, оперировать и все. Значит, ситуация радикально поменялась приблизительно 10-12 лет назад, когда были найдены другие способы лечения, и впервые я увидел применение лазера в Днепропетровской городской, Днепропетровской областной, тогда еще была Днепропетровская областная клиническая детская больница, но там использовали красный лазер, и тогда возникла идея о покупке и приобретении лазера. Когда мы начали шерстить интернет, нашлись, ну, как бы спонсоры, которые, значит, оплатили и сам лазер, и наше обучение в Йене. Слава богу, что как бы нашлось вариант, который необходим именно для детства, именно для лечения гемангиом. Первые процедуры нам были сделаны в 2015 году, в конце года. Ну, честно говоря, к сожалению, информации даже в самой Йене, то есть в месте, где производят лазеры, у специалистов, экспертов мы не нашли. И нам пришлось, извините, как методом проб и ошибок и как обезьяна с гранатой, да, мы потихоньку там, с минимума приобретали опыт, который вылился в нынешнюю презентацию. Следующий слайд. Для начала коротко я расскажу о гемангиоме, что такое гемангиома. Это опухоль сосудистого эндотелия, которая поражает как внешние, так и внутренние органы. Следующий слайд. Дети либо рождаются с гемангиомами, либо они у них появляются на протяжении первого месяца жизни. И на своем опыте, и на опыте многих коллег, я увидел, что гемангиомы имеют в своем развитии три стадии. Первая стадия – это стадия прогрессивного роста, которая начинается от либо рождения, либо первого месяца жизни до 6 месяцев. Потом идет стадия стабилизации с 6 месяцев до 9, до года. И третий этап – это фаза возможной инволюции, то есть возможного обратного развития, который начинается с года. К сожалению, у нас есть дети, которые родители, начитавшись с интернета, решают, что их ребенок обязательно попадет в эту стадию возможного обратного развития и приходят на лечение тогда, когда уже детям 5-6 лет и опухоли достаточно обезображивают либо руки, либо туловище. То есть есть вопросы. Следующий слайд. По клиническим формам гемангиомы делятся на поверхностные, кавернозные, комбинированные и смешанные. К сожалению, для лечения желтым лазером подходят не все формы. То, о чем вам рассказывал Алексей, лазер желтый, он, как правило, действует до 2-2,5 мм вглубь кожи, то поэтому для лечения подходят либо поверхностные, либо комбинированные, либо смешанные. Я объясню потом разница между ними, в чем заключается. Следующий слайд. Значит, поверхностные гемангиомы – это наиболее распространенный вид гемангиом у детей. Он поражает в основном поверхностные ткани и выглядит как гладкое, четкое, очерченное красное пятно, которое имеет либо красный, либо незначительно бордовый цвет. Следующий слайд. Кавернозные гемангиомы. То есть вы видите сразу отличие между поверхностной и капиллярной и кавернозной гемангиомой. Кавернозная гемангиома представляет собой внутритканное сосудистое образование, которое образуется внутри органов или под кожей в виде таких опухолевидных образований, которые состоят из клубка сосудов или сосудистых полостей, каверн, отсюда и название кавернозной гемангиомы, которые сверху прикрыты либо синюшной, либо красновато-синюшной кожей. Следующий слайд. Комбинированные гемангиомы. Что это означает? Это означает, что встречается достаточно редко,
Это гемангиома приблизительно до 2% вообще все гемангиом представляют собой сочетание простого, то есть обычных поверхностных гемангиом и кавернозного вида. То есть встречается и состоит из тех же типов, что и предыдущие две нозологии. Следующий слайд. И смешанные гемангиомы. Смешанные гемангиомы – это гемангиомы, которые состоят из опухолевых клеток, которые, в свою очередь, делятся на клетки сосудов и клетки других тканей. То есть в зависимости от наличия в них либо тканей кожи там, или фиброзных тканей, это будут ангиофибромы, гемлимфангиомы, ангионевромы и так дальше. То есть их внешний вид и цвет зависит и определяется составом, входящим в сосудистую опухоль других тканей. Следующий слайд. Значит, сразу хочу предупредить, что у нас деление в этом плане очень уникально. Почему? Потому что мы можем позволить себе лечить как обычные гемангиомы, так и осложненные. Я хочу просто показать варианты осложнений гемангиом, чтобы люди, которые будут в будущем, возможно, или захотят заниматься, увидели, к чему может привести либо неадекватное лечение, либо просто не лечение. Во-первых, одно из осложнений, достаточно таких серьезных, это кровотечение. Как правило, гемангиомы кровоточат в тех местах, которые легко травмируются, либо в складках, которые травмируются одеждой. Следующий слайд. Следующее осложнение – это прорастание гемангиом в окружающие ткани. То есть именно гемангиомы, которые расположены возле глаз, рта, носа, ануса и половых органов. Вы видите здесь на снимке ребенка в межягодичной складке огромная гемангиома, ребенку всего лишь 3 недели. И здесь есть прорастание в сам анус. Следующий слайд. Следующий вид осложнений – это изъязвление, инфицирование гемангиом. С одной стороны, это, конечно, проблема, потому что это есть воспаление, ребенка болит, понятно, и, соответственно, и родители постоянно в тонусе, но эта ситуация – это такой, природный механизм самоизлечения у данной патологии. То есть вы видите изъязвление, которое со временем приводит к рубцеванию, и, конечно, образованию не очень красивых рубцов. Следующий слайд. Методы лечения. Методы лечения, естественно, первым мы поставили лазеротерапию. Почему? Потому что метод достаточно эффективный, метод достаточно быстрый, метод, который в большинстве своем не требует такого длительного лечения, и метод, который имеет хорошие результаты. Следующий – это гормонотерапия и либо использование бета-2-адреноблокаторов. Метод данный останавливает рост и стимулирует рассасывание гемангиом. Этот метод мы используем, именно лечение пропранололом. Я покажу вам дальше. Но метод используем в комбинировании с лазеротерапией. Третий метод – это, это исторический уже метод, это склерозирование, то есть введение в опухоль склерозирующих веществ – это либо спирт, либо гормоны. Четвертый метод – это криодеструкция и хирургическое лечение. Криодеструкция сейчас применяется редко, в основном мы пользуемся либо комбинированным методом, то есть применение лазеротерапии и бета-2-адреноблокаторы, либо хирургическим. Следующий слайд. На протяжении 3 лет мы взяли выборку, и на протяжении 3 лет у нас на базе нашего отделения произведено более 400 лазерных процедур желтым лазером длиной 577 нанометров. Следующий слайд.
Я сейчас покажу гемангиомы и методы, не методы, а результаты их лечения. Вот вы видите здесь гемангиома у ребенка, которая, это уже, ну, как бы как граница поверхностной и кавернозной. Значит, слайд это на животе, слайд именно в эпигастральной области, если вы видите. Слайд до, после процедуры и следующий слайд. Следующий слайд – это результат лечения через 2 месяца и 2 процедур. Так, следующий слайд. Очень хорошо поддаются лечению гемангиомы поверхностные. Если вы видите гемангиома на голени, начало лечения, и через 3 недели – это после всего-навсего одной процедуры. Следующий слайд. Значит, поверхностная гемангиома – 4 пальца правой кисти. То есть гемангиомы, которые расположены в таких вот местах сгибателей, там, где ну, есть активное движение, любое лечение, в том числе лазером, оно как бы проблематично. Почему? Потому что после лазера есть там незначительный отек, возможно, там образование волдырей, вот, а про хирургическую криодеструкцию и все склерозирование тут вообще нужно забыть. Почему? Потому что возникает рубцевание, которое потом приводит к очень серьезным проблемам в дальнейшем. Здесь показан случай лечения гемангиома 4 пальца ребенка 3 месяцев. Это начало лечения. Следующий слайд. И через 3 месяца, то есть видно, что через 3 месяца практически у ребенка никаких остаточных явлений, ни рубцов, ни контрактур нету. Это очень важно для дальнейшей как бы, социальной реабилитации. Следующий слайд. Тоже поверхностная гемангиома, но здесь можно сказать, это комбинированная, потому что есть часть кавернозных таких поверхностных сосудов. Показано лечение до и после лечения через 2 месяца. То есть вы видите, насколько маленький ребенок был. Это мы начали лечить его в 2 месяца, и к 3 месяцам практически проблем у ребенка нет. Следующий слайд. Это то, о чем я говорил. Это родители, которые надеются на то, что самостоятельно пройдет. Это поверхностная гемангиома на боковой поверхности шеи. Ребенку уже было около полутора лет. Видите, начало лечения. То есть оперировать девочка как-то не очень красиво, тем более расположена поперек шеи. Ну, есть вопросы. Поэтому было принято решение о применении лазеротерапии. Следующий слайд. И буквально через 2 месяца после лечения вы можете видеть, какой результат у данного ребенка. Следующий слайд. Значит, всегда очень проблемные гемангиомы на лице. Опять же, очень проблемные гемангиомы, которые имеют множественный характер. То есть, если они расположены... Но если это единичная гемангиома, солитарная, да, то есть применение, возможно, там, каких-то аппликаций с бета-2-адренальными блокаторами, если родители не хотят никакого другого лечения. Но при множественных гемангиомах мы всегда рекомендуем родителям лечение при помощи лазера. У таких маленьких детей, особенно на лице, мы применяем обязательно общую анестезию. Это не для того, чтобы ну, как бы обезболить, но что, в принципе, процедура сравнима по болевым ощущениям с инъекцией. Все-таки дети, попадая в, как бы для себя в другую среду, они начинают себя вести беспокойно и четко как бы, применить, особенно в таких небольших точечных как бы, ситуациях, есть проблема. Поэтому здесь показан ребенок, где была, вот видите, на практически переход губы на нос, гемангиома, которая прорастала даже в слизистую носовых ходов.
Это, значит, мы применяли лазеротерапию сразу до, после. И вот на следующем слайде вы можете увидеть ребенка через 2 месяца после однократной процедуры. Однократной, я хочу повторить, да. Проблема в чем еще, ну, как бы нашего менталитета и наших людей в том, что если хорошо, то практически очень редко показывается на повторный осмотр. Вы понимаете, что людям нужно ехать там 100 километров, чтобы по себе сказать, что у нас все хорошо. То есть, как правило, когда хорошо, не приезжают. Приезжают тогда, когда плохо. Но вот люди приехали через 2 месяца показаться, результат вы видите сами. Следующий слайд. Ну, вы видите здесь, к сожалению, у нас не было фотографий до начала. То есть вы видите огромную гемангиому, которая поверхностная, которая занимала практически всю голень левую у ребенка. Значит, она на этапе лечения, то есть даже вот с левой стороны вы видите, это не первоначальная, а уже как бы на этапе лечения. Опять же, мы всегда пробуем, есть ли эффект от лазерной процедуры, попробовали, ага, эффект есть. К сожалению, нам не удалось, мы даже снимали видео, не удалось зафиксировать, как уходят сосуды под действием желтого лазера, потому что сам спектр настолько яркий, что он забивает видео. Вот. Ну, вы можете видеть гемангиому уже на этапе, это с левой стороны, это второй этап, это через месяц после первой процедуры, а третий, а вот с правой стороны фотография, видите, сразу после процедуры, вы видите, какой шикарный результат. И они должны были прийти на контроль, но коль скоро они приходят, значит, все хорошо. Следующий слайд. Опять же, видите гемангиому правого предплечья сразу до и после процедуры. Следующий слайд. Теперь, опять же, гемангиомы на лице. Видите, начало через 1,5 месяца. Следующий слайд. Гемангиома стопы. Видите, насколько яркая, насколько оно всегда, знаете, как родителей... Оно шокирует, потому что когда они думали, ну вот как-то чем-то прижато в родах, чем-то оно пройдет, когда начинает расти, это начинает родители очень напрягать, особенно когда, знаете, сбоку бабушки, дедушки, а вот что-то не так, что-то не то. Вот. И когда, используя 2-3 процедуры, видите, с правой стороны уже ребенок практически на... идеально чистая, гладкая кожа, идеальная стопа, ну, все-таки я считаю, что это хороший результат. Опять же, гемангиомы лица. Очень проблемная вообще ситуация. Почему? Потому что в лечении здесь либо применять, либо для того, чтобы не было какого-то рубцевания или какого-то такого нехорошего косметического дефекта, либо применять общую бета-2 адреноблокаторы, терапию. Но так, чтобы вы понимали, лечение применения таблеток приблизительно от 6 месяцев. Либо применение лазера. Вы видите, какой результат после 2 процедур. Теперь тоже хочу показать гемангиому на предплечье. Видите результат до, сразу после процедуры. Следующий слайд. Следующий слайд. Лицо. Теперь следующий слайд. Да, вот гемангиома. Видите, какой результат до лечения, сразу после лечения. И теперь следующий слайд. Результат через 4 процедуры было сделано сканером. И видите, какой результат. Практически идеальная кожа. Но это как бы очень хорошие результаты. Почему? Потому что, как правило, это все у нас как бы раньше заканчивалось либо какими-то пластическими операциями, либо криодеструкциями, которые в этой ситуации вызывали некрасивые и нехорошие рубцы. Следующий слайд.
Вы видите, опять же, такие не очень как бы хорошие месторасположения, да, на сгибателях. Вы себе представьте лечение при помощи либо криодеструкции, либо хирургической. То есть очень тяжело потом восстановить здесь как бы кожу и так дальше. Но вот видите результат после двух процедур. Следующий слайд. Очень редко, но нам все-таки удалось зафиксировать, как действует лазер, именно сканер. Видите гемангиома на передней брюшной стенке в паховой области. Видите с левой стороны ее размер, да, и как насколько она яркая. И с правой стороны сразу после применения сканера, видите, что появились такие белые дорожки. Это то, о чем рассказывал Алексей, это коагулирование только сосудов, причем здесь очень хорошо видно, что остальные ткани, которые находятся возле гемангиомы, практически не тронуты. Следующий слайд. Я вам хочу показать результат лечения гемангиомы. Насколько я помню, да, это результат касаемо то, что рассказывал Алексей, возвращения сосудов. Вы можете посмотреть результат до, сразу после применения процедуры. А следующий слайд. А это результат лечения через 3 года. Причем, ну, опять же, то, о чем я говорил, что люди пришли совсем по другому поводу. Люди пришли просто по поводу там совсем другой патологии. Там как бы паховая грыжа была. Но по факту практически бесследное исчезновение данной патологии. Следующий слайд. Очень много у нас детей с так называемыми звездчатыми или капиллярными гемангиомами на лице. Я уже консультировался с педиатрами, гастроэнтерологами. Обязательно всем детям и взрослым в том числе необходимо делать УЗИ печени. Почему? Потому что, как правило, данная патология она проявляется тогда, когда есть патология, либо патология желчной системы, имеется в виду, либо перегиб, либо застой желчи, либо там расширение каких-то желчных ходов, какие-то холангиты и так дальше. То есть к чему это я веду? Если мы убираем опухоль или вот данное образование убираем с одной стороны, оно может появиться ниже, выше, справа, слева, если не лечить основную патологию. Имейте это в виду. Следующий слайд. Опять же, очень красиво видно лечение от применения лазера, сканера, да, до и после лечения, до и после процедуры сразу. Вы видите, что какая яркая опухоль с левой стороны и насколько она вот видно такие уже дорожки которые побледневшие и так дальше с правой стороны. Причем хочу вам сказать, чтобы вы обратили внимание, что кожа возле опухоли абсолютно не тронута. То есть это означает, что лазер действует только на сосуды, на оксигемоглобин. Это то, о чем говорил Алексей. Следующий слайд. Опять же, ситуация гемангиома на верхнем веке. Вы видите, да, сразу до и после процедуры. Вот на лице мы практически всем детям применяем наркоз. Например, на конечностях, при применении там, на спине, туловище, руки, как правило, мы обходимся без наркоза. Но лицо, вы сами понимаете, что удержать ребенка или там как бы какую-то силу применять невозможно. Ну и как бы результат, это, кстати, один из первых наших пациентов. Эту процедуру мы выполняли, в ноябре 2015 года. Результат шикарный, то есть как бы приходили по другим проблемам, опять же, эти пациенты, там практически ничего не видно. Следующий слайд. Интересное месторасположение, да, гемангиома члена. То есть, опять же, как лечить?
хирургически практически невозможно, да, удалить, потому что кожу вы потом вы кожу никак не восстановите. Применять бета-2-адреноблокаторы от полугода тоже как бы есть. Вот лечение после одной процедуры, вы видите, какой результат. Следующий слайд. Очень, как бы, опять же, ситуация очень проблемная при нахождении гемангиом на конечностях и на сгибателях-разгибателях. То есть, видите, результат до процедуры, результат через 3 недели, то есть это одна только была процедура, потому что срок между применением первой и второй процедуры у нас приблизительно месяц мы даем для того, чтобы как бы все эти пролиферативные процессы прошли. Вот видите результат. Следующий слайд. Вы видите результат через 2 месяца и 2 процедур. Следующий слайд. Поверхностная гемангиома на промежности. Опять же, оперировать здесь, ну, как бы не очень, другие методы лечения тоже как бы проблематичны. Применение лазера однократное. Видите, какой результат. Следующий слайд. Но такие вот как бы гемангиомы, это вообще проблема, потому что, видите, ребенку уже около 6 месяцев. Родители пришли, надеясь на то, что оно пройдет. Опять же, расположено на губе, и ситуация, которая я рассказывал об осложнениях в виде травмирования и так далее, потому что ребенок постоянно ест, и там все, ребенок познает весь окружающий мир через рот, возможно, травмирование и кровотечение. Нами был применен лазер, и через 3 месяца, видите, какой результат после применения лазера. Самое главное, что ситуация здесь заключается в том, что кожа практически в этой ситуации не страдает. Следующий слайд. Ну вот я покажу теперь результаты лечения одной пациентки. Пациентка интересная. Я не знал, как назвать эту данную патологию. Так что вы понимали, вы видите с левой стороны, это бедро. Пациентка... Вот, все тело, конечность имеется в виду, от области бикини до стоп и от плеча до кистей было покрыто вот такими сосудами, как поверхностная гемангиома. Это неврожденная патология, это патология, которая у человека образовалась на фоне какого-то невроза, там, после семейных каких-то нюансов. И молодая девушка, которой было 25 лет, на протяжении 5 лет не могла летом ни ходить в юбке, ни в шортах. У нее постоянно были штаны и кофты с длинным рукавом. Человек уже дошел до такого состояния, когда она подала свою кандидатуру на всеукраинскую программу «Я соромлю свого тіла». Но почему-то ей отказали. Мы с этой пациенткой занимались приблизительно около полугода, даже месяцев 9. И вы видите результат, да? То есть с левой стороны подколенная ямка уже практически чистая, а сверху вы видите, так сказать, еще нетронутую ситуация. Я не знал, как называется эта проблема. Я ее назвал капиллярит. Ну, возможно, так, оно имеет какое-то и действительно такое название. Следующий слайд. Вот вы видите ногу, и четко видно, где это как колено. Четко видно, где лазер. Мы сделали пробу пера, увидели, что он действует. Где действовал лазер, где лазер не действовал. Следующий слайд. Ну, опять же, кроме гемангиом, как мне уже сказали, что про нас слава идет, приходят к нам взрослые вот с такими патологиями, которые называются винные пятна. Вы видите результат после одной процедуры, результат практически... То есть это взрослый человек, которому за 30 лет, женщина, она опять же, ну,
вы знаете, как девушки на, как бы, реагируют на свою внешность, и она пришла как бы с просьбой, мы эту проблему решили за один раз. Следующий слайд. А вот это, как бы, есть у нас такие тоже пациенты, пациенты, которые уже, видите, возраст ребенка, ему около 9 лет, и он посетил многих, как бы многие клиники. Он только у нас на этапе лечения, после одной процедуры, и вы видите, какой результат. Мы убрали, если видите, сверху над глазом у него ангиофиброма, мы лазером убрали ангиофиброму, опухоль, данное образование, это не опухоль, это, скорее всего, мальформация сосудистая, она практически побледнела, и мы будем продолжать, как бы, его дальше лечить. Следующий слайд. Хотел показать результаты лечения вот таких вот невусов. К сожалению, фотографии до я не нашел у себя. То есть вы видите в углу глаза, то есть образование такое же, как вот над губой. Мы делаем местную анестезию, и там в режиме CW мы, как бы, это все убираем, очень довольны пациенты, то есть там никаких проблем, практически минимальное рубцовое изменение. Следующий слайд. Хотел бы сказать, да, что лечение желтым лазером – это все-таки современный метод, который позволяет избавиться от пигментных опухолей без боли и рубцов. Длина волны, то есть то, что рассказывал Алексей, она как раз подходит для лечения именно оксигемоглобина. Вот именно она поглощается оксигемоглобином, то есть то, что есть в самих сосудистых опухолях именно гемангиома. Ну и, как бы, следующий слайд. Я думаю, что два, как бы, крайних этих случая, которые я представлю на фотографиях, я думаю, что все-таки, что дети должны благодарить разработчиков и, наверное, фирму Asclepion за то, что они создали данный лазер. Это ребенок, который, это личный мой опыт лечения комбинированного, имеется в виду, и лазером, и бета-2 адреноблокаторами. Видите, какая массивная, какая огромная гемангиома, обезображивающая на лице. Результат лечения до-после. И следующий слайд. Опять же, то, что я рассказывал, гемангиомы, которые находятся на, именно возле жизненно важных органов, это глаз, глаза, нос, анус, рот. Видите, она находилась, мало того, что она находилась в углу глаза, она прорастала в носослезный канал. Ну и, как бы, я думаю, что этот ребенок, опять же, следующий слайд. Хотел поблагодарить вас всех за ваше внимание, за то, что ребенок жив-здоров и, как бы, растет без проблем. Спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Я думаю, что моя презентация была насыщена. Хочу сказать, что желтый лазер расположен, который находится именно в государственной клинике, у нас единственный в Украине, у нас есть другие типы лазеров, которые расположены там в областной детской больнице на Волыни, в Луцке есть лазер, который расположен в Днепропетровске, но именно желтый лазер, который производит фирма Asclepion, именно в государственной клинике у нас единственный экземпляр. Игорь, спасибо всем. Игорь, благодарю вас. Я считаю, что результаты просто поразительные. Вот. Будем надеяться. Я желаю вам, чтобы вы продолжали в том же духе. Спасибо. Выручали детей и их родителей. Я удивлен. Я когда увидел признание, я очень удивился. Вот лично я много видел, очень удивился. Спасибо вам огромное. Это все-таки результаты нашей совместной деятельности. Опять же, имея, как бы, доступ к эфиру, хотел бы поблагодарить непосредственно представителей фирмы Asclepion, в том числе Алену Дерновшик и Игоря. За что? За то, что у нас все-таки от использования вышел из строя световод.
И они, увидев наши результаты, нашу презентацию, обратились к руководству фирмы Asclepion, и нам бесплатно презентовали данные, как бы, данный световод, и мы продолжаем дальше лечить. Спасибо еще раз вам огромное. Благодарю вас. Коллеги, может, есть какие-то вопросы? У нас такой дискуссионный клуб сейчас. Может, обсудим, возникли какие-то у вас идеи? Роман, у нас Юля. Восторг, потому что работа потрясающая, совершенно проведена. И это действительно спасение детской психики, потому что вы же понимаете, как в детском нервном возрасте реализуются потом вот эти все дефекты внешности. И поэтому, конечно, это помогает детям сохранить психическое здоровье и родителям тоже. Я хочу поблагодарить вас за миссию, которую вы несете на своих плечах. Это действительно настолько достойные результаты, что тут как бы дискуссия, я думаю, сведется к тому, что мы просто будем восхищаться тем, что в государственной клинике в Западной Украине можно получить такого высокого класса процедуру. И у специалистов, я знаю, как это быть в такой шкуре, когда у вас есть аппарат, но нет инструкции, вы не знаете, что с ним делать, на каких параметрах начинать работать. Я прожил через это, и скажу честно, благодаря этому мы можем получать результаты лучше, чем которые заявлены в базовых инструкциях. То есть я от них ушел давно, я думаю, вы тоже поддержите это. Спасибо, Роман. Мы с Романом Александровичем аплодируем. Да. Спасибо. Я думаю, что аплодируют сейчас еще и все слушатели, которые есть онлайн, которых мы не видим. Ну, надо снять шляпу перед такими представителями бюджетной медицины. Это просто великолепно. Хорошо, что есть такая возможность. И хочу подчеркнуть, что я думаю, только желтый диодный лазер смог бы справиться с этой ситуацией, потому что другие аппараты, которые могут прицельно воздействовать на красные сосуды, будут очень дорогими в обслуживании. И себестоимость процедуры, отсутствие расходников, здесь это решающий фактор. То есть это была очень грамотная какая-то, не знаю, госзакупка, ну, прям вот великолепно, великолепно. Я хочу обратиться к зрителям. Очень много вопросов, где можно пройти процедуру. Город Хмельницкий, детская городская больница, Погребняк Игорь Александрович, зав. Да. Отделением хирургии. Да. Благодарю вас. Я передаю слово Роману Школьному. Роману Александровичу, кстати. У нас сегодня все, кроме меня, Александровичи. Это человек, который имеет огромный опыт работы именно с желтым лазером. Он руководитель клиники Мультимед, главный врач клиники Мультимед. Таких клиники в Украине две, и обе имеют лазер. Одна в Киеве, другая в Одессе. Роман, приглашаю вам слово. Я хочу поделиться с вами фотографиями пациентов, которые мы накопили за время работы на желтом лазере. Можно следующий слайд. Мы несколько выбились из тайминга, поэтому я попытаюсь сократить свой доклад, несмотря на то, что количество слайдов большое. Вы действительно можете как бы увидеть, что сосуды на теле могут быть разного диаметра, разного цвета, разной глубины залегания проблемы, о чем было сказано на примере гемангиом. А я сегодня остановлюсь на таких эстетических больше проблемах, как пигментация и есть такой хронический дерматоз, который называется розация. Это те проблемы, на которых я сегодня сделаю акценты. На этом слайде, знаете, в идеале вам надо иметь все лазеры мира для того, чтобы каждый отдельный сосуд удалять на каком-то отдельном аппарате для максимального эффекта. Если говорить о желтом лазере, то лучше аппарата для удаления красных поверхностных сосудов просто не знаю. Ну, просто не бывает. Можно следующий слайд. Есть у кого-то микрофон включен, попрошу заглушить. Итак, если мы будем говорить о розации, возможно, пусть вас не пугает, если картинка содержит много текста и она размыта. Первое, что хочу сказать, друзья, в терминологии есть проблема. Розация – это не процесс, который имеет проградиентное течение, то есть это процесс, который имеет разные подтипы. Розация бывает разная. И сегодня я вам
покажу два из четырех подвидов. Я вам покажу эритематозно-телеангиектатический подтип розация. Критерием постановки диагноза является, вот черным я выделил, наличие центрофациальной эритемы, которая сохраняется ну, минимум 2,5-3 месяца. И вы можете смело ставить диагноз розация, потому как это в нашем понимании ангионевроз, а в иностранной литературе это будет нейрогенное воспаление. Итак. Для того, чтобы мы перешли... Давайте следующий слайд. На сегодняшний день я сочетаю классический дерматологический подход к лечению розации, который вы видите в левом нижнем углу. Это применение азелаиновой кислоты, это применение транексамовой кислоты или препаратов тетрациклинового ряда, юнидокс и прочее. То есть мы обязательно должны назначить протокольное лечение. Я это подчеркиваю при любой патологии. То есть наше поведение всегда следующее. Мы ставим диагноз. Смотрим, какое есть протокольное лечение, к какому консенсусу пришли дерматологи Европы, к какому консенсусу пришли дерматологи США. И назначаем то лечение, которое признано эффективным во всем мире. И добавляем те методы, которые действительно будут вспомогательными. Но именно этот вспомогательный метод, который вы видите наверху треугольника, это желтый лазер, позволяет мне давать быстрейшие результаты. Кроме того, я сочетаю эту процедуру с ботулотоксином в разведении. То есть у меня пациенты с розацией, как правило, получают три направления терапии. Классическое, дерматологическое, базовое. Желтый лазер – это всегда вспомогательный, но для меня и по эффекту он всегда самый яркий. Токсин в разведении, либо наши доступные методы, которые мы используем из инъекционных. Мы используем плазмотерапию для лечения розация. Я могу ответить на вопросы, какой именно вид плазмы показан при розации, это учитывая, что это ангионевроз, что там есть проблема с фактором роста эндотелия сосудов. Это все мы можем обсудить, просто, боюсь, не хватит времени. В вопросах, может быть, обсудим. Дальше. Следующий слайд. Это один из ярких случаев папулопустулезной розация. Мы применяли здесь желтый лазер и применяли токсин в разведении. Эта процедура дает вам, то есть желтый лазер, процедура, которая дает вам возможность показать свет в конце тоннеля для пациентов, которые прошли через всех дерматологов, все поликлиники и обследовали желудок уже вдоль и поперек, и толку никакого нет. Можете себе представить, я вот эту пациентку, я к ее желудку и к желудочно-кишечному тракту никакого внимания совершенно не уделял, потому как розация, являясь нейрогенным воспалением, не требует наличия глистов и демодекса или еще какой-то ерунды. Следующий слайд, пожалуйста. Это результаты, которые мы достигаем. С пациенткой мы действительно находимся на расстоянии многих сотен километров. Пациенты такие находят свой аппарат своего доктора и приезжают. За это им большое спасибо. Мы пытаемся их мотивировать результатами. Присылают фотографии потом в Viber, и вы действительно можете через месяц еще радоваться вместе с пациентом, что получилось достичь ремиссии. Кроме того, вы боретесь с определенной стигматизацией. Пациенты с такими красными лицами в обществе часто идентифицируются, ну, как что-то происходит не то с этим человеком. Часто бывает, например, ну, представьте себе, я говорю сейчас про реальную историю, про косметолога, у которого есть розация. И про нее добрые коллеги говорят, что как же она косметолог, если она со своим лицом не может справиться. Действительно, розация лечится настолько сложно, что, поверьте, это большое счастье, если нам получается добиться хоть какой-то ремиссии. Следующий слайд. Друзья, это не фотография до и после. Я хотел бы вступить в какую-то дискуссию по поводу профессиональных там вопросов. Мне очень интересно, как работают вот на Западной Украине с детками, но я со взрослыми работаю следующим образом. Я обязательно наношу гель на этапе осмотра для того, чтобы определить степень выраженности вот красных поверхностных сосудов. То же самое я делаю с гемангиомами. Как только мы наносим гель и включаем хорошее освещение, мы для себя определяем цель и объем работы. Я гарантирую результат после того, как увижу вот такую картину. Следующий слайд будет до и после, пожалуйста. Вот до и после, который вы получаете, после того, как хорошо и четко обрабатываете все сосуды, которые видны в поле пораженном. Кроме того, папулы и пустулы тоже
уходит воспаление, так как достигается определенная там возможность стерилизации очагов воспаления. Ну, самое главное, что вы влияете на состояние межклеточного матрикса. Это доказано в новых работах. То есть, когда вы склеиваете сосуды, убираете телангиектазии, вы снимаете воспаление и снимаете процесс высвобождения цитокинов из возбужденных макрофагов. Там определенные есть нюансы. Это очень полезно еще и для состояния межклеточного матрикса. Это можно доказать, можно сделать визиофейс и через месяц увидеть, как меняется качество кожи после того, как вы работали желтым лазером. Особенно, когда вы работали в комбинированном режиме, когда вы обработали одной манипулой, которая представляет из себя точку, все лицо и скомбинировали это с целью такого, так называемого, в кавычках, омоложения, проработав сканером дополнительно еще все лицо. Следующий слайд. Это телеангиектазии на носу, которые можно прям впечатлять пациентов сразу же в кабинете. Именно благодаря высокому коэффициенту поглощения мы можем действительно прогревать сосуд и не греть окружающие ткани. Это не какое-то философское понятие, это очень четкое физическое понятие. Коэффициент поглощения говорит о том, что малая энергия даст возможность получить результат. Плохой коэффициент поглощения значит, что большая энергия нужна, чтобы компенсировать низкий коэффициент. Поэтому очень легко можете сравнить. Там был слайд, где поверхностно работали там зеленый лазер, потом желтый на пике поглощения, и глубоко работает неодим. Ну вот неодим имеет низкий коэффициент поглощения. В оксигемоглобине он поглощает, у него коэффициент меньше единицы. При этом энергия используется очень большая по сравнению с желтым лазером. То есть желтый лазер, чем точнее у вас инструмент, тем меньше энергии вам нужно для того, чтобы достигнуть результата. Следующий слайд, пожалуйста. Это состояние после лечения на популярных IPL-комбайнах и на неодимовом лазере. Когда я говорю, что у вас большая энергия компенсирует якобы низкий коэффициент поглощения, то у вас есть большая энергия, которая все-таки куда-то должна пойти. И она пойдет в окружающие ткани и вызовет нецелевой нагрев. Поэтому на фотографии до вы видите рубцы. Все просто. Дальше. Другой ракурс для того, чтобы рассмотреть ситуацию четче. С этой ситуацией легко и приятно работать, потому что вы очень четко видите, где находится ваша цель. Вы видны телеангиектазии, и я подчеркиваю, что когда я работаю, это сразу такой совет, это я к этому пришел очень не сразу, я действительно работаю по гелю. Это позволяет вам увидеть мелкие сосуды и выровнять оптическую среду. Представьте себе эпидермис. Это большое количество кирпичей, которые склеены между собой, там натуральный увлажняющий фактор, там липиды и отшелушенный эпидермис, воздух и прочие вещи. Это огромное количество перехода фаз. Когда вы это все смазали гелем, вы прям глазами увидите, как меняется картинка, и как четко вы видите глубже, потому что эпидермис, он полупрозрачный все-таки. А телеангиектазия находится поверхностно, поэтому мы ее видим, когда растягиваем эпидермис и смотрим, а, вон они, телеангиектазии, их мы можем прострелять. Следующий слайд. Поэтому преимущество высокой селективности действительно в безопасности. Вы не будете работать с рубцами, кроме того, вы можете работать летом и на четвертом фототипе, тоже без опаски. Следующий слайд. Одна из новых индикаций, которые я определил для себя несколько лет назад, я заметил, что после увеличения губ препаратами гиалуроновой кислоты происходит какая-то компенсаторная сосудистая реакция, и на сухой части красной каймы появляются маленькие гемангиомки, телеангиектазии. Я бы не сказал, что это гемангиомы, потому что это не опухолевое образование, но выглядит это как маленькая красненькая сосудистая какая-то мальформация. Вы можете ее склеить на минимальных параметрах, это займет несколько секунд, и это очень красиво выглядит. Пациентки, они знают каждый миллиметр своего лица, оценивают это очень здорово. Дальше. На носу маленькая телеангиектазия, такая паукообразная, ушла за одну процедуру дальше. Опять же, кончик носа, пациент так ходил там 20 лет и не знал, что, оказывается, от этого можно избавиться. То есть это выглядит как красный, условно, в кавычках, прыщик, от которого никак нельзя избавиться. А на самом деле его просто надо было склеить, потому что это сосудистая, такое сосудистая коленка маленькая.
сюда лазер, и все, мы убрали. Дальше следующий слайд. Вот специально я держу в руках. Вот так покажу. Это тот инструмент, которым мы работаем. То есть это точка в миллиметр, которую мы можем направить на лице под любым углом, в любом участке, для того, чтобы работать удобно. Есть две насадки, сканер и вот эта точечная манипула. Именно благодаря точечной манипуле, я так понимаю, что были обработаны на предыдущем докладе те труднодоступные места в промежности, на лице. Поверьте, далеко не каждый аппарат может вам предложить такую удобную манипулу для работы. То есть у вас точка в миллиметр, вы можете добраться куда угодно. Следующий слайд. Это та же ситуация под веком, как реализована безопасность. Мы можем накрыть глаз так, чтобы не попадали ни в коем случае. Энергия этого лазера, она очень губительна для сетчатки, потому как сетчатка максимально поглощает зеленый и желтый свет. Поэтому надо обязательно все меры предосторожности реализовать, и тогда можно работать в любых труднодоступных местах. Следующий слайд. Буквально, да, несколько секунд, и вы избавляетесь от сосудистых мальформаций, гемангиом на лице, которые могли мучить вас уже много лет. Следующий слайд. Несколько слов о пигментации хочу сказать. Для меня пигментация – это не только меланин. То есть мы воспринимаем любую дисхромию как «О, это, наверное, что-то с меланином». Я предлагаю смотреть на проблему дисхромии несколько шире. Это исходит из самого названия дисхромии. То есть дисхромия, как нарушение аномалии там, цвета, окраски, значит, не только о меланине должна идти речь. Давайте подумаем о следующий слайд. Я люблю приводить такой пример. То есть представьте себе, что мы в первом классе, нам надо нарисовать лицо с пигментацией, и мы берем какой-то карандаш, какой-то фломастер. Большинство из нас возьмет коричневый карандаш. Следующий слайд. То же самое. Каким цветом мы нарисуем такое пятно? Коричневым карандашом. Следующий слайд. Вот так выглядит это коричневое пятно под дерматоскопом. Это модель дерматоскопа Heine Delta 20. Он является таким золотым стандартом. Очень хорошо, хорошая картинка. И мы видим, что на самом деле здесь очень выраженный сосудистый компонент. Соответственно, если у нас есть лазер, который идеально удаляет красные поверхностные мелкие сосуды, то я сейчас, возможно, кто-то еще этого не слышал, но на самом деле уже лет 6, доктора, которые ездят по конгрессам, где с лазерами знакомы, знают, что мелазму желательно начинать лечить с сосудистого лазера, селективного сосудистого лазера. IPL не имеет вообще никакого отношения к этому. Дальше. Вот какого результата вы можете добиться уже буквально после первой процедуры. Дальше. Я попытаюсь ускориться. Поэтому я предлагаю рассматривать пигментацию как двухэтажную проблему, где меланин вторично образован сверху в верхних слоях для того, чтобы защитить проблему, которая находится глубже. И когда мы работаем желтым лазером, мы работаем снизу, изнутри. А меланин убрать вы можете чем угодно. Возможно, у вас есть аблитивный лазер, возможно, у вас есть пилинг, возможно, у вас есть да что угодно, дермабразия. Вы можете содрать пигмент. Это вообще не проблема, это содрать крышу, а проблема, она глубже, она остается. Сосуды убирают только селективный сосудистый лазер. Поэтому это принципиально новое лечение мелазмы. Кроме того, перспективно, опять же, использовать, например, траниксамовую кислоту. Но траниксамовую кислоту я бы все-таки использовал, как ее используют в традиционной медицине, ее назначают внутрь. Есть старые публикации, еще где-то 2016 года, в американском журнале дерматовенерологии была опубликована статья о том, как группа пациентов, там было, по-моему, до 1000 человек, они принимали по 250 миллиграмм траниксамовой кислоты 2 раза в день, 4 месяца, и у 80% получился очень хороший результат в течение 7 месяцев. А в течение еще последующих 7 месяцев они получили рецидивы. Возможный эффект, который оказывает траниксамовая кислота, это она препятствует, ингибирует преобразование плазминогена в плазмин и тем самым нарушает как бы образование в дальнейшем меланина. То есть она помогает, опять же, вам бороться с верхней частью. А я считаю, что эти вещи нужно сочетать. Нужно сочетать обязательно с сосудистым лазером. Следующий слайд.
Я вам покажу просто результаты до и после. Друзья, это две процедуры. Дальше. Это очень сложная мелазма, упорно она не хотела уходить нигде. Пациентка пришла ко мне, и мы за несколько процедур показали ей результат. Она многие годы пыталась что-то с этим сделать и пришла со словами «Вы последняя инстанция». Это очень обезует, но получается. Там в дерматоскопе была красивейшая картина с сосудами. Обзаведитесь, если есть видеодерматоскоп в сосудистом режиме, вы увидите больше. Эта ситуация, это продукт распада гемоглобина, то есть это синячок, который показали на солнышко. Вот чем это заканчивается, такой пигментацией стойкой, потом месяцами она никуда не уходит. Мы использовали следующую тактику. Я подколол плазмотерапию, именно бедную тромбоцитами плазму, в дно, убрал сосуды и один раз прошел аблитивным лазером. Можно результаты посмотреть. Следующий слайд. Это результат до и после. И сейчас увидите результат через несколько месяцев. Дальше. Это отдаленный результат. Плазма позволяет вам скомпенсировать белковый дефицит и помогает заживлять поврежденную ткань. А повреждаете вы аблитивным лазером, например. Сосуды склеиваете селективным сосудистым лазером. То есть если проблему разбить на составляющие, с ней намного легче бороться. Это тоже ситуация, это уже... ожог после лазеров других, то есть, по-моему, она рассказала о неодиме. Я сейчас не буду утверждать, но пытались удалять, не совсем получилось. Дальше. Стойкая пигментация, тоже результат до и после. Всегда напоминайте пациентам про использование SPF, это важно. Следующий слайд. И еще следующий слайд. Не знаю, видно ли вам, если вам видно то, что вижу я, то, конечно, результат несколько хуже. На красивой большой картинке его видно четче. Это дерматогелиозы, это когда пациенты находятся под солнцем без СПФ, появляются сухость, морщинки, телеангиектазии и пигментация. Это все борьба с фотоповреждением идеально на желтом лазере. Следующий слайд. Это поикилодермия, то есть это маленькие разветвленные сосуды на шее, которые легко поддаются лечению на желтом лазере, потому что находятся поверхностно. Следующий слайд. Эритематозная телангиектатическая розация. Наносим гель, видим сосуды, убираем сосуды, снижается воспаление и ситуация нормализуется. Следующий слайд. Это четвертый фототип. Кожа темная, меланина много. Я хочу подчеркнуть, что желтый лазер, в отличие от зеленого, он хуже поглощается в меланине и лучше в сосуде. Вот здесь наверху будет меланин, а ниже сосуд. Я не знаю, видно меня? Да, видно. Ай, нет. Вот. И зеленый лазер, он поглощается в верхних слоях быстрее, чем доходит до сосуда. А желтый лазер, он все-таки пойдет ниже и удалит сосуд. А меланин при этом может оставить в покое, поэтому темная кожа более безопасна. Дальше. Это гемангиома. Результат до и после, спустя одной обработки, однократной, очень хорошие результаты, потому что гемангиомы поверхностные, они интенсивно красные. Значит, там интенсивно много пигмента, хромофора, который принципиально поглощает желтый свет. И поэтому вы даете очень быстрый и красивый результат. С минимальным повреждением. Там была корочка, но эта корочка была образована тканями самой гемангиомы. Она не была образована тканями, которые окружают ее, поэтому прошло все бесследно. Следующий слайд. Тоже на руке. Некрасивая точка, которую можно убрать за один раз и забыть. Следующий слайд. Постакне эритема. Бывает так, что задерживается долгая эритема после лечения уже угревой болезни, уже пациент на изотретиноине, и уже все, никаких высыпаний нет, а постакне эритема сохраняется. Поэтому это все можно убрать с помощью сосудистых лазеров. Будет красивый результат. Дальше. Это неправильно леченный сиборийный дерматит. Желтый лазер здесь был вспомогательным звеном. Здесь основную роль выполняла обычная отмена стероидов, которым не лечат сиборийный дерматит. Это нежелательно делать. Назначено адекватное лечение, инъекции плазмотерапии, бедной тромбоцитами, для того, чтобы не стимулировать дополнительный рост сосудов в зоне, где нам это не нужно. Желтый лазер для того, чтобы убрать лишние телангиектазии и ботулотоксин в разведении. Ну, принципиально это был ксиамин. Я всегда в разведении колю ксиамин. Дальше.
Это килоидный рубец, который начал расти. Вот есть очень простая схема, как вы можете научиться отличать килоидные рубцы от гипертрофических. Клинически они ведут себя по-разному. Первые полгода, смотрите, гипертрофия растет, а потом успокаивается. А килоидный рубец первые полгода спокоен, а потом ни с того ни с сего начинает расти. Первое отличие. Второе отличие. Если порез был прямолинейный, то гипертрофия может быть большая и некрасивая, но она будет прямолинейная. А килоидный рубец, он характерен экспансивный рост. Он начнет завоевывать новые территории, он начнет расползаться. Поэтому если он расползается, это тоже в пользу килоидного рубца говорит. У них разные подходы, разные тактики к лечению. Это было одно из звеньев, которые я решил убрать. Я решил убрать сосуды, потому как сосудов было много. А желтый лазер позволяет вам удалять их и не нагревать ткань. Килоидный рубец точно греть не нужно, поэтому только таким аппаратом можно было поэкспериментировать. Кроме того, инъекции дипроспана и силиконовые пластыри. Силиконовые пластыри и инъекции дипроспана – это золотой стандарт во всем мире. Желтый лазер здесь я использовал просто потому, что я могу это попробовать сделать и улучшить результат. Дальше. Мои выводы очень простые. Лазер селективный, значит безопасный, потому что поглощается энергия там, где я хочу, и не перегревает то, где мне не надо. Принципиально новый подход к лечению мелазмы – это та картинка, которая двухэтажная. Для деликатных зон это, опять же, удобная манипула. Можем работать летом и можем работать с темными фототипами. Это благодаря более длинной волне в отношении 532-го зеленого. И поэтому мы меньше поглощаемся в меланине, больше в сосудах, поэтому безопасно и можно с темной кожей. Минимальный нецелевой нагрев и незаменим при лечении розация. Да, у меня действительно самая крутая индикация – это лечение розация. Вот, собственно говоря, я думаю, следующий слайд, по-моему, это последний слайд. Да, приглашаю дружить с соцсетями, находимся мы в Киеве. Спасибо за внимание. Я готов принять ваши вопросы. Если у меня осталось время, я старался быстро. Роман, время, конечно, осталось, и вопросов много. Буду зачитывать по порядку. Ульяна Новицька питає, в якому розведенні ботулінотоксин використовує доповідач? Кратність та на які форми та стадії розацеа? Смотрите, один к трем разводите и пробуйте. Ваша задача оказаться в коже, а не под кожей. Вы не думаете вообще о классических функциях ботулотоксина, то есть вы не убираете мимику, вы занимаетесь лечением кожи. Вы разводите токсин. Если вы возьмете, например, у вас в одном делении есть одна единица, и вы разведете один к трем, то у вас в одном делении будет 0,33, например. Тогда вы обкалываете с шагом где-то в сантиметр-полтора внутрикожно, такими прям белыми папулами лицо, и можете с пациентом поддерживать связь, они вам скажут, что эритема намного меньше, и где-то на 2-3 месяца может хватить результата. Не хватит, будете колоть раньше. И тут вам выгоден чистый токсин. Его можно колоть раньше, в отличие от других. Вот почему мой выбор вот такой. Я надеюсь, ответил. Ульяна Новицька еще спрашивает. Який вид плазми, в якій стадії та формі розацеа використовує доповідач? Період ремісії після лікування? Чи використовує базову терапію, чи підтримуючи протокольну? Плазмотерапию мы используем именно бедную тромбоцитами. Она расшифровывается как... Вот вы слышали все про PRP. Это плазма, богатая тромбоцитами. Есть еще 7 видов плазмы, которые сейчас нет смысла обсуждать, но есть плазма, бедная тромбоцитами. Ее аббревиатура – это PPP. Пробирки, на которых я работаю, это пробирки MM-Medic. Вы можете в интернете написать MM-Medic, у них на сайте изложена очень четкая эта информация. Это пробирка с зеленой маркировкой, и только такую пробирку мы используем для лечения розация. Наша цель – это компенсация белкового дефицита без стимуляции фактора роста эндотелия сосуда. То есть мы снимаем воспаление, компенсируем белковый дефицит. Кроме того, лазеры повреждают кожу, а плазма заживляет кожу. Плазма – это белок, донат белка, лазеры – это чистая физика. Поэтому я их комбинирую обязательно. Работаю независимо от того, обострение или ремиссия, потому что как дерматолог могу себе это позволить. Я назначаю базовую терапию и гарантирую результат. Если вы не дерматолог, настоятельно не рекомендую экспериментировать. Елена Пономаренко спрашивает. Добрый день, интересуется на лазере, можно контакты? Цену лазера вы сможете узнать, обратившись в компанию Alpha Spa Development.
0,44, 331, 24, 25. А купить аппарат, хорошо. Да, купить. Ульяна Новицька ще питає. Прошу приклад клінічний. Тип використаного лікування і тривалість ремісії. Ще раз. Прошу приклад клінічний. Ну, какой-то клинический пример и насколько длинная была ремиссия? Вот как я сказал, 3 месяца максимальная ремиссия. Смотрите, друзья, вы должны понимать, что телеангиектазия – это сосуд, который мы видим, а эритема – это вот эта вспышка эмоциональная, шутку рассказали, человека в неловкое положение поставили. Так вот, телеангиектазию вы убираете лазером. Убрали – забыли, сосуда нет. А эритему надо заблокировать. Это делает токсин в разведении на тот срок, который я озвучил. Базовая терапия – это ежедневная домашняя работа пациента. Я очень люблю использовать препараты с азелаиновой кислотой. Они безопасны. В Америке они разрешены даже беременным. Паразация, я могу вам 2 часа рассказывать, какие там комбинации препаратов. Просто это, наверное, отдельного эфира достойно. Роман, еще есть вопрос от Ангелины Сафроненко. Какие промежутки между процедурами? Смотрите, промежутки, когда мы говорим... Вот первый доклад, он разнится вообще принципиально от того, что вы услышали на втором докладе. Если я не ошибаюсь, то на первом докладе, на мой взгляд, идеальным интервалом будет месяц. Потому как если вы скоагулировали какое-то образование типа гемангиомы, вам надо дать возможность всем воспалительным процессам, которые вы вызвали, полностью затухнуть. Поэтому месяц – это идеальный интервал. Кроме того, вы очень четко экономите деньги пациента и увидите максимальный результат, которого вы достигли на каком-то определенном флюенсе. Флюенс – это энергия на квадратный сантиметр. Вы себе его записали и через месяц посмотрели, вам надо его увеличить или уменьшить. Что касается работы с лицом, я работаю следующим образом. Я даю пациенту бонусом еще сеанс, ну, назовите его омоложением. Это сеанс, который позволяет вам простимулировать руки шапироны за счет прогрева, вы даете коллаген. Фибробласт получает стимуляцию от лазера, и через месяц у пациента меняется качество кожи. Если вы хотите склеить сосуд, вы по нему прошли, и через 2 недели вы его снова видите, значит, вы можете склеить его снова. Поэтому интервал работы по лицу у меня от 2 недель до месяца. Каждому пациенту я могу сказать, приходите через неделю, мне здесь нужно кое-что дострелять. Или могу сказать, уходите через месяц, не раньше, я хочу вас видеть. Если вы работали с пигментацией и получили корки, вспоминайте про первый доклад. Месяц реабилитации. Еще 21. Еще есть вопрос от Людмилы Гайды. Как сочетать лазер с топическими ретиноидами? Вот я сочетаю всегда. Топический ретиноид, в отличие от изотретиноинов в таблетках, не дает тех фоточувствительных реакций из моего опыта, которые вот я вижу. То есть если человек на таблетках, это один разговор. Если это адапален топический, я не вижу проблемы. Мои пациенты с акне получают адапален топический ежедневно и приходят на лазер. И никаких вообще проблем сочетания здесь нет. Кроме того, мы туда добавляем плазмотерапию, но не бедную плазму, а IPRF. Это плазмотерапия, богатая фибрином. Именно она предпочтительна для акне, потому что она восстанавливает... Есть другие картинки, я их не могу вам показать здесь, но повыкладываю их тогда в Инстаграме. Там есть очень красивая работа с постакне рубцами. То есть мы, с одной стороны, блокируем воспаление, с другой стороны, профилактируем рубцы. Вот эти вот ice peak scars, которые остаются после акне. С адапаленом проблем нет, если вы про фоточувствительность, нет. Если это изотретиноин в таблетке, то, конечно, честно, я и на изотретиноине в таблетке работал, потому что желтый лазер, он настолько мало греет кожу, настолько прицельный, что я не вижу в этом вообще никакой проблемы. Картинка, которую я вам показывал, лицо, щека до и после, там пациентка была именно на изотретиноине и на комбинированных оральных контрацептивах. И я спокойно работал на стандартных или даже завышенных параметрах, и никаких вот пигментаций я не боялся. Из-за того, что наши параметры – это не те цифры, которые вы слышите на неодиме, например. И это целевая, то есть энергия попадает туда, куда я хочу. Я вижу пятнышко вне вот этого рубца, и я его коагулирую. Еще один вопрос был во время доклада Игоря Александровича. Предлагаю Игорю начать, может быть, ответим все вместе. Если есть гемангиома на лице, на губе у девочки 15 лет, пробовать лазер?
или не пробовать. Игорь Александрович, слышите нас? Ну, насколько я видел, Роман показывал гемангиому на лице, на губах, да? Ну, это как бы после инъекции гиалуроновой кислоты. У нас у детей гемангиомы на губе, вот таких там до 2-3 миллиметров, до 4, и существуют. И, в принципе, мы без наркоза, без каких-то проблем, дети там от 3 там, лет абсолютно спокойно идут на контакт, и мы делаем процедуру однократно. Вообще там тема закрывается, как говорил Роман, там вообще никаких не видно последствий. Две недели, и ребенок забыл о том, что у него была проблема. Это абсолютное показание для лазеротерапии. Я думаю, что Роман меня в этой ситуации поддержит. Абсолютно, 100%. Юлия Александровна, как у вас приходят к вам подростки вот 15 лет с такими проблемами? Решаете ли вы такие задачи? У вас микрофон единственное включить нужно. Мы не ведем педиатрический прием. У нас клиника диетической медицины для взрослых. Мы работаем с 18 лет. Может, встречались взрослые с такими поражениями, вот как мы видели на фото, когда на губе, на розовой коне уже... Я не связываю это с контурной пластикой совершенно. После контурной пластики я не видел таких последствий никогда. Ага. Значит, ну, надо еще расследование провести, от чего это получилось. Это в данном случае не важен, потому что мы же работаем, по сути, с симптомом. У нас же терапия симптоматическая, а не эпидемиологическая. Я хотела бы заметить следующее, что по поводу плазмы, вот у меня есть, например, определенный скепсис, потому что я сторонница доказательной медицины и предпочитаю использовать все-таки аллопатические препараты, известные в медицине давно, в частности, мезопрепараты с троксорукином, с экстрактом гинкобилобы, с экстрактом центеллы азиатской, и для купирования розации очень хорошо работает глицеризиновая кислота. То есть экстракт корня солодки. И мы получаем гораздо убедительные результаты, более убедительные, чем при плазмотерапии. Во всяком случае, это наш такой опыт, Роман Александрович, потому что плазма все-таки требует определенной подготовки пациента и определенных характеристик крови, которые мы не всегда можем получить. А вот аллопатические средства, они, в принципе, стандартные и чудесно преподносят. Поэтому я все-таки выступаю за аллопатию в данном случае. Пожалуйста, вы можете выступать за аллопатию, только я тогда в формулировке, вот вы сказали, что вы сторонник доказательной медицины, и поэтому выступаете за мезотерапию. Здесь есть немножко нюанс. Что смущает вас? А, мезотерапия не имеет доказательной базы. Только расцените это. Мезотерапию как внутрикожные инъекции. Внутрикожные инъекции известны уже лет 200. И обучаются им студенты в каждом колледже, в каждом вузе. Хотела еще сказать следующее, что мы находим многократное подтверждение вот этой вот гипотезы о том, что меланин имеет защитное действие для сосудистой патологии. Мы работаем с диагностическим комплексом Antera 3D, и всегда, когда мы видим сосудистое поражение, мы всегда видим излишек меланина, да, то есть гиперпигментация в этих участках. И вот я абсолютно согласна с вами с тем, что это комплексная терапия, и работать надо сначала с сосудами, а потом уже с пигментацией, потому что терапия пигментации абсолютно бессмысленна. Мы устраняем симптом, не действуя на причину, и рецидив возникает буквально через 2-3 месяца. А если мы работаем с сосудами, пигментация потом не возникает на протяжении нескольких лет. Мы наблюдаем пациентов этих, и пигментация не возникает компенсаторно. Поэтому вот этим согласна абсолютно. Но опять-таки за поддержку аллопатическую мы используем препараты ПДРН. Мы используем препараты и для терапии пигментации, препараты с глицериновой кислотой. Почему? Потому что она имитирует тирозиназу. И, на мой взгляд, все-таки это более яркие дают результаты, чем плазма. Но это мое субъективное мнение. Вы знаете, как я отношусь к плазмотерапии. Ничего личного. Юлия Александровна, а правда, да, что у вас очень много разных лазеров для сосудов? И ваш доклад позволит нам немножко посравнивать одни лазеры с другими? У нас даже не будет доклада, потому что мы понимаем, что мы выступаем самые последние, мы понимаем, что будет сказано очень много и рассказано очень много, поэтому мы максимально сократились, понимая, что уже слушатели устали и обо всем информированы, поэтому мы дадим очень краткую информацию, краткую иллюстрацию. Да, мы сравнили действие неодимового лазера и желтого лазера на теле ангиоэктазии. Прошу вывести картинку в эфир. И можем продемонстрировать.
Кстати, сегодня к Юлии Александровне присоединился Артем Иванович Пасунько. Это врач-комбустиолог, пластический хирург и специалист по лазерной медицине с большим опытом. Поэтому который, нас... собственно говоря, и проводил этот эксперимент. Так, как нам развернуться? Ага, вот так. Сейчас, одну секундочку, я блондинка. Это Артем, это вы попали. Вот так. Значит, мы говорим сегодня о терапии телеангиектазии на ногах, потому что это распространенная женская проблема, эстетическая проблема, и, естественно, терапия ее сложная достаточно, но очень востребованная. И я вот хотела обратиться к косметологам, к коллегам, которые нас слушают, для того, чтобы вы правильно комплектовали клинику аппаратами, потому что я так понимаю, что помимо научной цели, наша сегодняшняя встреча имеет еще и маркетинговые, да, какие-то задачи. Так вот, что касается комплектации клиники лазерами, то, на мой взгляд, нельзя без желтого лазера обойтись. Мы попробовали, да, вот различные виды сосудистых лазеров и пришли к тому, что желтый лазер является неотъемлемой частью. Даже для терапии такой патологии, которая, казалось бы, не входит в перечень официальных показаний. Вот телеангиектазия на ногах на предъявленном слайде, смотрите, фотография до, фотография после первой процедуры и через 6 месяцев после второй процедуры. Покажите нам, пожалуйста, как проходит процедура, там видео первое есть. Процедура щадящая. Нет, не это видео, видео предыдущее. Пропадает? Еще одно видео есть. Mm-mm. Процедура щадящая, процедура безболезненная. И процедура позволяет пациентке сразу после идти в пир и в мир, в добрые люди. Потому что нет обезболивания, да, и нет никаких видимых поражений кожи. Нет, не это видео. У нас есть самое первое видео, которое мы прислали. Нет, а еще одно есть третье. Так, с видео не случилось. Поэтому убираем видео, возвращаемся к фотографиям. Фотографии еще есть. Еще есть 3 фотографии. А до этого были фотографии, их нет? Все? Хорошо. Мы видим сосудистую звездочку. Все помнят, да, что телеангиектазия – это устойчивое расширение дермальных сосудов в виде сеточек, звездочек, там неважно. Так вот, сосудистая звездочка в данном случае была разделена пополам, и половина верхняя, следующая фотография, в другую сторону следующая, теперь следующая фотография, вот. Верхняя половина сосудистой звездочки обрабатывалась желтым лазером, нижняя половина обрабатывалась неодимовым лазером, для того, чтобы мы могли сравнить, как они воздействуют, да, какие последствия после их применения и с чем столкнется пациентка через какой-то промежуток времени после применения этих аппаратов. Видео включите, пожалуйста. Обрабатывали верхнюю часть, обрабатывали сначала точечно, а потом сканером. Подписаем. Вот таким вот образом процедура заняла буквально 5-7 минут, не больше. И нижнюю половину обработали неодимовым лазером. Вот это вот сканер работает, да, от желтого лазера. Обратите внимание, охлаждающее стекло позволяет работать непрерывно, то есть вам нет нужды, как мы работаем с неодимом, стрельнули, охладили. Мы работаем непрерывно, поэтому это очень сокращает время процедуры. Следующее видео поставьте, пожалуйста. Волосы. А вот мы работаем неодимовым лазером по нижней половине вот этой сосудистой звездочки. И следующая фотография. Артем Ильич, расскажите, пожалуйста, о последствиях, что мы видим. Ну вот на данном слайде... Вот, вы зафиксируйтесь на месте.
вижу, да? Задержка небольшая. Так, ну я буду уже рассказывать. Значит, на данном слайде мы видим последствия применения желтого лазера и длинноимпульсного неодимового. То, что Алексей спрашивал, там, как наше впечатление. Впечатление однозначно хорошее от обоих аппаратов. Вот. Но как мы видим, что после желтого лазера следов практически не остается. Следов воздействия на кожу. Почему? Потому что, как уже говорили предыдущие докладчики, это максимально щадящий, максимально специализированный лазер, который затрагивает только сосуды, и практически он не повреждает кожу. Поэтому то, что называется office-based procedure, процедура офисная, процедура процедура обеденного периода. То есть пациентка может зайти, сделать процедуру и уйти, и, собственно говоря, никто не догадается. Ну, кроме того, что увидеть, что поменялось сосуды, пропали. Вот. С неодимом немножко сложнее, с неодимом более травматично. Да, он работает более травматично, и поэтому следы после неодимого, после воздействия неодимого лазера остаются практически всегда. Это очень сложно отрегулировать так, чтобы следов не осталось и подействовало, там очень тонкая грань. Поэтому следы остаются, как вот здесь видно, оставались такие сильно заметные следы, отечность будет по ходу сосудов. Струпы будут, и заживление будет где-то в течение 2 недель. Да, как считается, если воздействовать по крупным сосудам, то до месяца идет рассасывание последствий, то есть когда вена зеленеет или краснеет после воздействия неодимового. После желтого лазера при правильном его применении таких последствий нету, то есть мы сделали, сосуды ушли, и все довольны, все замечательно. То есть желтый лазер, Роман показывал, в основном лицо, но нам бы хотелось сказать, что желтый лазер — это не только лицо, это и по телу он в принципе тоже работает, но опять же при правильном расставлении показаний и при правильном его применении. Таким образом, когда мы говорим о правильной комплектации косметологического кабинета или косметологической клиники, то необходимо иметь лазеры, которые воздействуют на сосуды разного калибра. Неодимовый лазер, он необходим, конечно же, он воздействует на сосуды более 3 мм. А если мы работаем с сосудами более мелкого калибра, до 3 мм, то неодимовый, видите, получается как из пушки по воробьям. В этом просто нет никакого практического смысла. Плюс к этому это дополнительная травма кожи со всеми вытекающими последствиями. Поэтому у желтого лазера очень большая ниша. Лицо понятно, да? А вот для телеангиотензии на конечностях тоже он необходим. И в ряде случаев он единственный необходим. Мы ни один вообще не подключаем. Мы работаем только монотерапией, только желтым лазером. И, естественно, мы проводим поддерживающую терапию мезотерапевтическую. Опять-таки, как бы это ни было в рамках недоказательной медицины, считаем внутрикожные инъекции троксирутина, экстракт агентобелова, которые позволяют нам пролонгировать период ремиссии. И проводим мы эти процедуры не чаще, чем раз в году пациента. Невзирая на давление, которого эти сосуды развиваются, и прочие факторы, которые не позволяют, казалось бы, говорить о устойчивых результатах. Алексей? День, спрашивает Алина Твердохлебова. Какое охлаждение вы используете? Охлаждение когда? Во время процедуры. Во время процедуры желтого лазера? Да. Я отвечу, если можно, я отвечу. Дело в том, что, смотрите, в желтом лазере есть в пятке, то есть за этим стеклом в сканере, есть элемент пелетье, то есть там внутри находится собственное охлаждение. И вы, когда наносите гель, сначала касаетесь пяткой, тем элементом охлаждающим, касаетесь кожи, которую вы только что обработали, оно сразу охлаждает. То есть об этом рассказывала Юлия Александровна, об этом рассказывал, наверное, и Алексей. То есть там дополнительного охлаждения, там смысла в нем нету, потому что с одной стороны есть свое, и с другой стороны это минимальный нагрев окружающих тканей. Я ответил в полном объеме? Конечно. Еще один вопрос от Алины Твердохлебова. Какой курс и с каким промежутком вы используете? Это вопрос к Юлии Александровне. Назначаете
Назначаете ли венотоники и компрессию? Компрессию мы не назначаем. Венотоники пациенты, естественно, применяют и сами. Мы, как правило, туда падаем со своими назначениями, потому что, вы же знаете, пациенты лечатся в основном благодаря товарищу Гуглу, и поэтому у них венотоники уже априори входят в их обязательный набор, который, да, который они сами себе назначили. Вот. Но я, например, совершенно не возражаю, и мы очень любим циклотрифорты препаратов. Мы практически всех пациентов с патологией кожи сосудистой, да, конечности ведем на циклотрифорт. Он, на мой взгляд, работает лучше, чем другие сосудистые препараты. Но это, опять-таки, выбор каждого. Компрессию не назначаем. Наталья Василенко задает вопрос, который я всем хотел задать. А ваше мнение об IPL в сравнении с лазерами? Вот это достаточно распространенный аппарат, он используется очень широко. Давно известен на рынке, есть масса производителей IPL. Я думаю, каждый из вас имеет свой опыт с точки зрения использования этого аппарата. Если вот простыми словами сказать, в чем будет разница в применении IPL-системы и желтого лазера? Ну, мы работаем, у нас Harmony XL Pro стоит аппарат, и там есть следующее, ну, новое поколение IPL. И я могу сказать вам, что единственное, IPL не работает на тяжелых формах розации, средняя тяжелая форма тяжести мы не применяем. IPL дает большее количество процедур по сравнению с желтым лазером, но в принципе в легкой степени тяжести результаты можно сопоставить, во всяком случае по нашему опыту. И IPL очень плохо, на мой взгляд, очень нехорошо работает с телеангиэктазиями. Я не видела убедительных результатов на телеангиэктазии и пролонгированных убедительных результатов. То есть вы получаете эффект 2-3 недели, и на этом все заканчивается. Пациентка не будет ходить вечно 20 процедур, получать терапию телеангиэктазии. Поэтому здесь, конечно, желтый лазер – это аппарат выбора. Роман, как ваше мнение насчет сравнения вот этих двух технологий? Одна очень распространена, это IPL. Ее можно встретить буквально в каждом салоне красоты. И вот специализированные, как вы сказали, профессиональные, да, профессиональные системы для удаления. Я думаю, что есть... Надо микрофон включить, я сейчас начну немножко. Есть разница в цене для начала. Тут был вопрос по цене. То есть не каждый себе может позволить, во-первых, купить, наверное, специализированные лазеры под каждую сосудистую патологию, и поэтому люди выбирают IPL. Я прав? Это тоже имеет место, но я бы не стала как бы отрицать их возможности. Почему? Все будет зависеть от того, поддался ли инвестор или доктор, который содержит клинику, на убеждение маркетолога, который продавал ему аппарат. И будет зависеть от того, слышал ли он про теорию селективного фототермолиза. Если он про теорию селективного фототермолиза не слышал, то фразы, что IPL – это лазер, на котором удаляют сосуды, ему будет достаточно. Особенно, когда после этого скажут, ну, слушай, тут аппарат стоит дешево, а вот тот, что у вас желтый лазер, он стоит как сбитый самолет. Вы что, зачем столько денег тратить? Но если мы обратимся к физике и начнем говорить про коэффициенты поглощения, я отвечу проще. Я не буду сравнивать, мне кажется, я там субъективное мнение. Я вам скажу цифры. Смотрите. Если я говорю слово лазер, то IPL там вообще ни при чем. IPL это просто широкополосный свет. Это не когерентное излучение, это не монохроматичный свет. И вот эта цифра, которую мы называем 577, это конкретная длина волны конкретного лазера. То есть это из спектра. Смотрите, белый свет, который сейчас на вас светит из лампочки, это IPL. Он в себе содержит 7 фломастеров разных цветов. Я хочу конкретный фломастер из этого спектра. Тогда я заказываю немцам создать мне лазер с вот этой длиной волны. Немцы все посчитали и говорят, извините, тут надо применять технологию, которая называется лазер, поэтому заплатите в 20 раз дороже. Я говорю, ладно. И тогда мы можем малой энергией поглощаться в сосуде. Когда вы говорите про IPL, вы берете все 7 фломастеров в надежде, что один из них попадет в сосуд. Что делают остальные? Куда они летят? С какой они фазе, в какой они поляризации. Вы понимаете, когда мы говорим про лазеры, то фотоны – это клоны друг друга. Это маленькие солдаты, которые обучены одинаково. Я показывал на прошлой неделе в Одессе слайд. Для, вот такой вопрос очень простой. Да, сравните IPL и лазер. Просто хочется фейспалм сначала, а потом я показываю слайд, где стоят ополченцы. Ну, старые там люди, молодые люди с рогатиной, кто-то с палкой, кто-то еще с чем-то. И стоит спецназ, 10 человек. Кто из них эффективнее?
Естественно, это спецназ. Вот так сравнивается ITL. Можно научными словами, тогда надо разбираться о том, что такое вынужденное излучение и вообще понимать, как, что такое лазер, как его расшифровать, и понимать, что широкополосный свет здесь вообще ни в какие ворота. IPL годится для каких-то, для решения каких-то своих задач. Но только не говорите, что вы на нем удаляете сосуды. Я вам показал рубцы, на которых удаляли сосуды. То есть это, ну, не то, не сюда. Ну, я не знаю. Мне кажется, что это сравнивать горячее и зеленое. Есть показания для каждой технологии. Я бы не стала так отметать IPL как технологию, которая существует на рынке давно и зарекомендовала себя, имеет определенные показания. Ну, как вы сказали, применение по показаниям. Какое показание для IPL вы сейчас имеете в виду? Терапия легкой стадии розации и терапия пигментации. Терапия легкой стадии розации на IPL в широкополосном свете, в отличие от желтого лазера, который селективно, меньше энергии и меньше нагрева. И обратите внимание, мы тут же одномоментно и устраняем пигментацию. Вот не заставляйте меня быть некорректной в эфире, который посвящен желтому лазеру, правда? Так я же задал вопрос. Какой? Алексей. Какая моя цель применения IPL? Точно такая же. Такая же. Смотрите, я могу вам обосновать свою цель применения желтого лазера на любой стадии розации, на любой, там, слабая, сильная, неважно. Я не могу согласиться, что IPL хуже, чем желтый лазер, а IPL другая технология. Что? Я не готова согласиться, что IPL хуже, чем желтый лазер. Это сравнивать зеленое и мокрое. IPL другая технология. Удаляет сосуды. Что лучше, IPL или желтый лазер? Я могу это обосновать в цифрах. Ну, без какие эмоций. Сосуды? Келлингек, ну, при розации. Сосуды разные бывают, разного калибра, разной глубины залегания, разные сосуды. Ну, изначально Жюль Александр сказал, что келлингек ТСИ не под IPL, а первая стадия розации, то есть там, где мелкие сосуды, за которыми гонятся стручка, и ну, такое себе удовольствие, то, в принципе, ну, пусть там будет лететь 7 фломастеров, но все равно один из них попадет и сработает. И давать большую мощность и ну, применять с умом, и все кругом сработает. Но опять же, применять с умом главное. Коллеги, а можно, давайте посмотрим на вопрос с другой стороны. Вот мы сегодня много рассказали про возможности, и так, ну, каждый описал свой опыт, а как вам вопрос, а есть ограничения? Вот что не умеет этот лазер? Потому что не бывает же универсальных машин, они не могут делать... То есть это не какая-то волшебная палочка. Есть какие-то ограничения? Вот что не получилось сделать с помощью этого аппарата? Может быть... Ну, крупного калибра не устраняются, нужен не один. Не работает с крупным калибром, да. Ну, меня слышно, да? Да. Дело в том, что кроме крупного калибра... Он еще не работает с глубоко залегающими сосудами. То есть те, которые больше 2-2,5 миллиметров на, как бы под кожей, он не работает. Поэтому в своей презентации я сказал, что в основном это работа по поверхностным гемангиомам, либо комбинированным, там, где есть поверхностный элемент. На кавернозные и глубокие гемангиомы желтый лазер не работает. То есть, чтобы вы понимали. То есть, поэтому как бы здесь все правильно сказано. Для сосудов, конечно, лучше, для поверхностных сосудов. Многочисленных мы применяем сканер. Вот я показывал вам как бы, фотографии ног девушки. Причем у нее не только ноги, и руки, и кисти, и стопы, кроме подошв и ладоней были. Вы можете себе представить пальцы до ногтей и так дальше. И вот, каждый там, сантиметр кожи мы обрабатывали. Просто, еще раз говорю, не передает видео то, что делает желтый лазер. Просто под каждым проходом сканера уходит сосуд, просто исчезает. И вот был вопрос про венотоники, про компрессии. Абсолютно этого необходимости в этом нету. Абсолютно. Через, вот было сказано, это процедура там, обеденного перерыва. Пришла, сделала, пошла дальше на работу. Илья Александрович, а кавернозные гемангиомы поддаются какому-нибудь лазеру вообще? Смотрите, они могут поддаться даже этому лазеру, если использовать режим CV, да, то есть это режим как бы высокоэнергетический, но они оставляют после себя рубцы.
Понимаете, для того, чтобы лазеру прожечь 3-4 миллиметра, он повреждает кожу. То есть смысла его применения нету. Папилломы поверхностные, вот те, которые вот здесь просто не было у меня такой задачи, мы как бы тоже практикуем и ну к коллегам все обращаются, да, мозоли, вот натоптыши, мы используем лазер, делаем местную анестезию, и мы это все удаляется. То есть в глубину он достаточно глубоко, вот режим высокоэнергетический, он достаточно глубоко удаляет там любые опухолевидные образования, но его конек – это пигментация и сосуды. Вот так, это его конек. Внесу ясность. Лазеры бывают импульсы, бывают постоянные. Когда лазер светит постоянно, это переводится как CW, это continuous wave, то есть это продолжающаяся волна. Вы таким образом можете глубоко найти настолько, насколько захотите. Это практически прожечь, да. Это световой нож, режьте сколько хотите. А если это импульсный лазер, то в зависимости от флюида, то есть смотрите, у них даже единицы измерения разные. Если я режу continuous wave, то у меня энергия идет в ваттах. Я могу сильно светить и слабо светить. А если я импульсно работаю по сосуду и хочу его склеить, то я могу сильно хлопнуть или слабо хлопнуть. Но тогда это называется флюенс. Это просто для тех, кто нас слушает впервые. То есть когда мы говорим про CV или CW, это как раз когда мы пытаемся резать. Я, когда гемангиомы удаляю, я CV-режим не включаю, вы очень правильно заметили, из-за того, что будет рубцевание. Я не узнаю в момент, когда мне нужно снять ногу с педали, когда я дойду до дна и начну уже жечь то, что не хотел жечь. Поэтому я стреляю вспышками в несколько сеансов. То есть я пациенту объясняю, мы можем сделать сейчас за один раз вероятность рубца, потому что я не знаю, когда остановиться. Либо мы с вами шлепнем сегодня, посмотрим через 3 недели, шлепнем снова и посмотрим, какого красивого результата. И я вам показывал по телу, я тоже, кстати, шикарно люблю работать по телу, но я нахожу, отбираю пациентов по, ну, как по науке. Вы ищете оксигемоглобин, его не бывает в венах. Оксигемоглобин бывает в вот этих сосудах, вот здесь. Поэтому они бывают либо в гемангиомах на теле, тогда вы гарантируете результат, даже если гемангиома под коленом. Или это будет лицо, потому что на лице эти сосуды, как правильно, ну шея, ну декольте. Все, что идет дальше, там уже меньше оксигемоглобина. Соответственно, вы не будете попадать в тот хромофор, который вы захотите. Вам придется повышать энергию. И да, это уже немножко... Ну, то есть Алексей задал вопрос, где не получается. Синий сосуд – это не сосуд для желтого лазера. Но, к сожалению, у нас не долетели фотографии наши, где прекрасная иллюстрация, как устраняются синие сосуды на ногах, на бедре у пациента. Интересно. Интересно. Поэтому... Если вы готовы опровергнуть. Не готова согласиться. Я считаю, что все-таки спектр применения расширили, чем вы говорите. Я заметил, что вы со многим не соглашаетесь, но доказать не можете. Ну, мне жаль. Пусть я бы попросила вас держаться в рамках и не переходить на личность. Я не перехожу на личности, я просто хотел бы увидеть. Я могу аргументировать то, что говорю, поэтому очень хотел бы, ну, это даже начиная с плазмотерапии, там вот вы как-то начали с плазмотерапии, потом так мягко от этой темы ушли. Ну, хорошо. А что вы хотите сказать, чтобы я сказала, что плазмотерапия – это мракобесие, на мой взгляд? Или что я должна сказать? Я от этой темы мягко ушла? Да. Ну, мягко уйти, это, например, когда я не говорю о том, что все препараты для мезотерапии зарегистрированы под аппаратку, и их нельзя колоть. Когда вы это делаете, вы нарушаете закон. Нельзя колоть, троксирутин нельзя колоть. Вы совершенно четко понимаете, что все препараты для мезотерапии зарегистрированы под дерморолер, под какой-то аппарат. Их по-другому не ввозят в страну. Троксирутин? Их по-другому в страну не ввозят. Я сейчас говорю с вами, а троксирутин – это обычный аптечный препарат. Да, я говорил, что троксирутин, вы помните мой доклад, я вам сказал, как применяется, например, транексамовая кислота. Я вам привожу конкретное исследование, которое можно найти на PubMed со ссылкой. Вот так я доказываю. Это все, что я хотел сказать. Я вас слышу. Они очень четкие бывают. Ссылочка и все, и не вопрос. Коллеги, а вот еще очень частый вопрос, который задают нам как представителям, которые, ну, у нас тут много есть лазеров разных. А есть ли смысл новичку начинать вот, брать инструмент такой в руки? Или все-таки стоит начать с IPL-системы, тренироваться вот, как бы, вот, начинающему бизнесу, как бизнесу, и начинающему специалисту, как тому, кто хочет стать профессионалом? Потому что доклад Игоря Александровича, я думаю, поднял планку очень высоко с точки зрения применения. И у многих слушателей возник вопрос, а стоит ли
начинать с такого аппарата? Можно ли в клинику без IPL, без какого-то вот, значит, такого начального оборудования сразу покупать такой лазер? Как ваше мнение? Какая цель? Очень простая цель. Это клиника, которая хочет работать с сосудами. Есть, я правильно понял? Удалять сосуды. Удалять сосуды. Есть специалист, который никогда не работал на лазерах. И для которого это будет инструмент первый. Если самый лучший инструмент для начала будет желтый, из-за того, что вы получите меньше всего осложнений. Угу. Смотрите, что мы можем еще дать специалисту начинающему? Если он не сосудистый хирург, мы можем дать ему в руки, например, этоксисклерол и сказать, возьми вот эту вот телангиектазию, введи туда этоксисклерол. Учитывая, что это будет маленькая игла, там даже пенная форма не нужна. Но надо попасть в сосуд. Не попал в сосуд, получил уже спирт, пошел уже вне сосуда. Первое осложнение. Взял в руки IPL, пытаешься удалять сосуд. Я вам объяснил, что из 7 фломастеров прилетит один и кривой, потому что широкополосный свет, он всегда находится, то есть все фотоны — это не клоны друг друга, они все реально разные. Они разной силы, разной мощности, в разной поляризации. Поэтому получить осложнение на IPL, удаляя сосуды, я вам показал фотографию с носом, который жгли. Потом, не один, все то же самое. Вы начинаете говорить о лазерах, потому что не один — это реально круто, это лазер. И только не один вы реально можете шикарно удалять синие сосуды, на мой взгляд. Это незаменимый инструмент, но очень четко надо просто обратить внимание на коэффициент поглощения. Он в 40 раз отличается от того, который на желтом лазере. Поэтому, если человек пришел сегодня и говорит, я хочу как-то удалить сосуд, то дать ему в руки желтый лазер, поставить базовый флюенс, тут же охладить кожу, и он получит свой первый шикарный результат до и после. Без рисков ожогов, осложнений. А на других аппаратах там надо больше немножко информации почитать. Для новичка это не лучший вариант. Ваше мнение, коллеги, я тут все. У Юлии Александровны есть три аппарата. И IPL, и неодим, и 577 желтый. Юлия Александровна, как думаете, с чего начать? Вот человеку, который хочет сосудами работать, что ему купить первое? Желтый лазер, он самый простой в использовании. Мне кажется, что он не дает вообще никаких проблем, осложнений, хлопот для начинающего косметолога. Поэтому даже если нет опыта аппаратного какого-то применения, то желтым, но ошибиться просто невозможно при всем желании. Надо очень постараться, да, чтобы навредить желтый лазер. Постараться. Просто очень постараться. Мы когда приобрели желтый лазер, вот у Романа Александровича проходили обучение доктора нашей клиники, и как бы после этого вопросов не возникло никаких вообще. Он не преподносит сюрпризов, в отличие от более мощных аппаратов. Вернее, даже не так, неправильно сказать, не от более мощных, а аппаратов с другими параметрами. Вот, поэтому, на мой взгляд, он должен быть в каждой клинике косметологической. Во-первых, потому что он универсален. Во-вторых, потому что он безопасен. В-третьих, потому что он просто использован. Я хочу добавить одну маленькую такую, как ремарку. Если ваша цель клиники не только удалять сосуды, но и делать омоложение, для чего, в принципе, изначально, я так понимаю, применялись IPL-системы, они дают шикарные результаты именно по омоложению. Поэтому я задаю вопрос, что вы хотите сделать? О. Но на желтом лазере вы тоже можете выкрутиться. Это? Смотрите, есть параметр, который называется длительность импульса. То есть импульс может быть короткий, а может быть длинный. Когда вы начинаете работать в экспертном режиме, то, удаляя сосуд, это параметр даже важнее иногда, чем энергия. Потому что ваш хромофор в сосуде, он движется, он бежит. Оксигемоглобин находится в эритроците. Эритроцит за время перемещается отсюда сюда. Соответственно, вам надо успеть в него попасть. А когда вы делаете омоложение на лице, то вы берете этот параметр, делаете его дольше, то есть светите дольше, флюенс энергии делаете меньше и прогреваете все лицо, контролируя температуру бесконтактным термометром. Делаете эту процедуру там раз в 2-3 недели, и вы можете закрыть еще вопрос омоложения. Просто хороший очень аппарат, да, Антера есть, можно это доказать. Вы можете посмотреть на качество кожи, сделать сеанс таких процедур, и помимо этого, то есть если ваша задача удалить сосуды, мы, по-моему, очень четко все объяснили, как работает желтый лазер с удалением сосудов. Если ваша задача удалять пигментацию, это тоже сейчас для меня, честно, незаменимый инструмент. Если бы вы, например, 4-5 лет назад у меня спросили, можно ли на желтом лазере удалять сосуды, я бы вам сказал нет, потому что я еще тогда не знал, как это работает.
и методом проб и ошибок, как сказал правильно Игорь Александрович, мы научились делать что-то большее. Поэтому я могу приехать куда-то к каким-то людям и начинаю на пальцах объяснять, как я вот пигментацию вижу, начинаю вот эти фотографии показывать пациентов. Потому что пациенты с пигментациями, которые сейчас стекаются ко мне, это пациенты с осложнениями даже после пикосекундных лазеров. Вот представьте себе, пикосекундный лазер – это реально новое слово сейчас в лазерных всех вот технологиях. Буквально в прошлом году я увидел настоящий пикосекундный лазер. Не называется пикосекундным, а реально в цифрах является пикосекундным. Так вот, когда после них пытаются удалить пигмент, а круче просто не бывает, и когда появляется осложнение, то вам придется вернуться к желтому. Потому что мелазму, ее надо вот понимать. И вот это двухэтажное понимание мелазмы, оно дает мне возможность на нее воздействовать чуть четче. То есть вы на желтом, на самом деле, кроме удаления сосудов, еще можете погреть кожу, получить ну, так называемое в кавычках омоложение, то есть коллагеностимуляцию. Ну и подкрепить ее тем, чем вы обычно колите лицо. То есть то, чем вы занимаетесь, если вы мезотерапевт, вы используете мезотерапию. Если вы плазму колите, полинуклеотиды, хорошо, полинуклеотиды. Сочетая желтый лазер с этими методиками, вы получите намного круче результаты. Кстати, поддерживаю, полинуклеотиды отлично работают именно на чувствительной коже. Я их колол в острые стадии розация, очень здорово заживляет кожу. Полинуклеотиды работают на ура при розация, прям вот супер. И вводятся препараты для чего? Мы используем, я сразу могу даже сказать, я колю Реджуран. И вообще смотрю всем в глаза с гордостью, говорю, да, я вот так работаю. Высокомолекулярный полинуклеид шикарно работает. У меня есть опять же фотографии, которые я могу прямо сейчас на телефоне показать. При акне и при розации результаты очень быстрее получаются. Коллеги, а есть еще один очень вопрос такой распространенный. Мы сегодня все серьезные проблемы затронули, а есть, ну, она не менее серьезная, но она, наверное, чаще встречающаяся среди подростков, это акне. Вот я знаю, что IPL очень классно работает с акне. Можно сравнить результаты, это, наверное, к Юлии Александровне вопрос, можно сравнить результаты работы IPL и желтого по, именно по акне, по открытой форме? Ну, желтый лазер не применяем в таких случаях. Вообще не применяется. Вообще не применяется. Ага. Но, на мой взгляд, средняя и тяжелая степень тяжести акне – это дерматологическая патология. У нас клиника косметологическая, мы занимаемся эстетическими процедурами. А вот тяжелые дерматологические пациенты должны лечиться у дерматолога в соответствующих учреждениях. То есть, как бы, я считаю, что косметологов это вообще не касается. Ну, я... главная проблема косметологии – это когда косметологи закидывают далеко шапку. И пытаются лечить все. Поэтому как бы угревая болезнь – это гнойный воспалительный процесс на коже. Какая косметология? В Украине, насколько я знаю, достаточно много клиник работает с последствиями. То есть устраняет, устраняет последствия. Я знаю, что много диодных лазеров умеют работать с, ну, с такой проблемой. IPL хорошо работает. И некоторые специалисты даже включают желтый. Вот было бы интересно сравнить. Если есть такой опыт, и сказать, что... Мы желтым лазером работали только с застойными пятнами постакне. То есть вот это вот эритема, которая остается после излечения уже. Вот тут, да, очень хорошие убедительные результаты. А что касается каких-то там открытых форм, нет, мы не работаем в желтом. И на мой взгляд, все-таки не физиотерапия, а лазер – это физиотерапия, согласитесь, да, представление традиционной медицины. Это раздел физиотерапии. Физиотерапия не должна применяться, когда есть гнойный воспалительный процесс на коже. Да, вот. То есть это все-таки должен лечить дерматолог и дерматологический медицин. Можно я добавлю два слова буквально? Я использую как дерматолог лазер и в острую, и когда высыпает и папулы, и пустулы, я использую желтый лазер. Просто вы должны понимать, что когда вы... Ну, например, я не сосудистый хирург, я дерматолог. Поэтому я не буду сейчас рассказывать, как я взялся бы лечить, например, там, хроническую венозную недостаточность там, какой-то степени, потому что есть сосудистый хирург, вот он буквально со мной на экране, который сделает это правильно, лучше, потому что это его специализация. Что касается акне, друзья, надо назначить протокольное лечение, которое принято либо американцами, либо европейцами, максимально свежего года.
Если вы как бы дерматолог, то вы точно знаете, что изотретиноин и адапален будет влиять на патологический процесс. Если это высыпание гнойничкового характера, это просто эпизод. То есть на самом деле гнойнички к акне практически не имеют никакого отношения. Это как осложнение временное, которое надо купировать. И я использовал желтый лазер. Смотрите, для чего используют IPL. Если, например, попытаться... Напомните мне, пожалуйста, у IPL очень короткая вспышка, да? Разная может быть. Разная. Может быть короткая, может быть длинная. Короткую вспышку. Я просто на IPL не работаю, потому как этот аппарат очень широко многое умеет, а мы любим точные. Там есть регулировка, он может быть и с короткой вспышкой, и с длинной. Смотрите, когда есть короткая вспышка, у вас есть теоретически... Вообще, ну, в 2019 году пересмотрели патогенез акне. Если раньше мы говорили вот так, например, начинается с там, кератоза устья, и все приведет к комедону, в смысле комедон, а потом т-т-т-т-т, и в конце воспаление. То с 2019 года аутовоспаление на первом месте, а комедон как вариант биопленки на последнем месте. И поэтому аппаратные методики с коротким импульсом могут попытаться разрушить биопленку комедон. Вот почему это эффективно. И вот почему это можно использовать. Но опять же, только когда вы дерматолог. Даже если у вас в дипломе написано, что вы дерматолог, но вы не ведете дерматологический прием, на мой взгляд, вы дерматологом не являетесь. Поэтому я хотела бы предостеречь коллег-косметологов. Если даже вы по образованию дерматолог, но ведете косметологический прием и работаете с условно здоровой кожей, это вообще другая история. Да, это дерматолог как... это тот человек, который 8-10 человек в день отсматривает дерматологических пациентов. Это когда к вам подходят дерматологи, косметологи и говорят, вот слушайте, там вы у них спрашиваете, вот как можно помочь с этой проблемой? Они им говорят, не, это к дерматологу. То есть у нас есть в стране какие-то настоящие дерматологи где-то в диспансере. Есть дерматологи, которые называются дерматологи, потому что это круто, когда ты косметолог. Дерматолог, когда он ведет прием дерматологический, конечно. Во всех остальных случаях это чистая косметология, никакого отношения не имеющая вообще к патологии кожи. Любой дерматолог по поросу должен вылечить трихомониаз и вот этот там гонорею сегодня прям взять и сделать это, назначить там, я не хочу называть, чтобы не было самолечения. Но да, то есть это то, о чем я говорю, у вас есть база, и с нее надо начинать. Ни в коем случае нельзя аппаратами лечить акне и думать, что вы это как бы лечите. Потому что акне в мире не лечится аппаратами. Еще один миф развенчан по поводу лечения акне помощью. Любые аппараты – это не лечение акне, это не лечение розации. Это просто вспомогательный метод, который должен попасть в руки очень такого опытного специалиста, который базу знает, который назначит базу, юридически правильно оформит медицинскую карту, напишет те методы, которые признаны и присутствуют в МОЗовских приказах, а потом может попытаться помочь еще каким-то аппаратам. То есть акне и аппараты – это явно не первая степень важности. Уважаемые коллеги, уважаемые участники, уважаемые будущие участники, которые посмотрят этот эфир, мы сегодня ответили на все вопросы, которые были заданы в комментариях. Вы можете задать еще какие-то вопросы, мы будем следить за этими комментариями и ответим на них позже. Этот эфир будет сохранен, покажите его коллегам. Мне было очень приятно начинать выступать, я много нервничал. Первый раз так перед камерой сижу с софитами. Но абсолютно точно вот профессионалы, они вселяют уверенность. И к концу эфира мне уже стало гораздо легче, потому что я понимаю, что те знания, которые имеют сегодняшние участники эфира, они помогают с оптимизмом и верой смотреть в будущее. Я хотел бы сказать каждому из вас, кто выбирает какие-либо аппараты, мы сегодня это уже упомянули, не ориентироваться на маркетинговые материалы, не читать брошюры и смотреть красивые картинки, а открыть самую-самую последнюю страницу в любом материале, в любой брошюре про любой аппарат и прочесть технические характеристики. И сравнить эти технические характеристики и понять, для чего и для какой цели аппарат используется. Потому что очень часто, не только в этой стране, а в мире, решения принимаются о покупке или даже не о покупке, а уже о выборе аппарата среди имеющихся для конкретной какой-то лечения какой-то проблемы. Выбор принимается не на основании
технических характеристик и показаний аппарата, а каких-то личных предпочтений. Вот личные предпочтения иногда могут сыграть злую шутку. Поэтому, когда аппарат выбираете, читаете технические характеристики, сравниваете аппараты, мы сегодня поняли, что для того, чтобы полноценно работать с сосудами, нам надо как минимум два лазера. Один, который будет работать глубоко, один, который будет работать более поверхностно. IPL — это система такая, которая позволяет много чего делать и делать неплохо, по мнению сегодняшних участников, но не настолько адресно и безопасно. Когда вы будете выбирать аппарат среди имеющихся для конкретного пациента, тоже вспомните о том, что у каждого аппарата есть своя сильная сторона. И эта сильная сторона может привести к отличным результатам без реабилитации, либо к результатам, которые будут тоже неплохие, но иметь меньший эффект. Я благодарю всех, кто сегодня присутствовал в эфире, я благодарю участников. Эфир получился отличный. Желаю всем хорошего настроения. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо всем. Спасибо, коллеги. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо огромное. До свидания. До свидания.